fees turn to ban. А мы продолжаем, дорогие друзья, смотреть матч Na'Vi и Vega Squadron, собственно, в рамках полуфинала BTS U номер 1. Счет в серии 1-1. Это третья решающая карта, по окончанию которой мы с вами выясним, кто же отправится у нас в финал, а кто будет занимать 3-4 место. Напомню, дорогие друзья, также, что сегодня будет сыгран еще один полуфинал. Будут играть Fantastic Five против No Logic Gaming. Этот матч будет начинаться следом после этого. Соответственно, это второй полуфинал. Ну и его тоже для вас будут комментировать Адекват и Майлшторм. Да. Ну что, третья карта, поехали смотреть. Поехали. Ember Spirit у Na'Vi на этот раз, и Bane тоже. Artstyle захотел себе взять какого-то героя поплотнее, видимо, на этот раз. Это Bane? Ты думаешь, он ему достанется? Ну, я думаю, что да, вряд ли Санэйка будет на Бэйне катать. Вообще это, да. Как правило, это как раз-таки герои для артстайла. Бэйн, Лич, Оперейшн. Дазл! Не мог не ставить это слово. Ладно, хорошо, это дела. Дазл, да. Дазл хорош. Дазл хорош. Ладно, смотрим за второй стадии бан, выбирают Фуриона, что в принципе понятно, маг на Фурионе был просто хорош. Дарксир тоже убрали, вообще мага полностью тут забанили во второй стадии. Но Векс в свою очередь расправились с Магнусом и Тини. Вот так вот. Ну что, каких стратегий ты ожидаешь на третью решающую карту? Вообще, как это обычно бывает, в третьей решающей карте все проходит довольно спокойно. Обычно команды стараются настроиться на лейт какой-то там, это после более поздней стадии выиграть игру, нафармить, что-то может быть меньше каких-то не самых суперских врывов неосторожных и так далее. Ну, вот лично по своему опыту я говорю. Редко когда такое увидишь, чтобы, например, третья решающая карта, и тут просто мясо на мясо, и все друг друга убивают, какой-то рандом происходит, и типа из этого рандома кто-то выигрывает. Но у меня таких финалов, таких третьих решающих карт было мало в своем стримерском опыте, скажем так. А ты думаешь, что будет именно так? Да. Да, я думаю, что у нас беспощадная дота будет. Ну, во всяком случае, герои пока что для нее подходят. Что-то ближе к первой карте, а может быть даже еще жарче. Вот, но не будет уже той взрывной комбинации с Фурионом. Будет у нас исключительно Зевс. Однако, по-моему, даже без Фуриона Зевс очень неплохо заходил. Ну, то есть, да, там Лич лобался каждый раз, но если не брать в счет комбинацию с Фурионом, сам Зевс, он выиграл мид, и он наносил в драке очень много дэмэджа. Вместо Фуриона можно взять еще даже поинтереснее какого-то хардовика, который много пользы принесет для своей команды. Например? Ну, например, там тот же какой-нибудь Шейкер, но вот он у Na'Vi, или, не знаю, может быть Тайт, если у нас действительно будет мясная дота. Пока что непонятно, что хотят, пока забрали Shadow Шамана. Может быть Бист, опять же, который будет врываться. Ну, все-таки у Nature's Prophet'а не так много вот именно... Ну, и статов, и там дэмэджа с руки. Со спылов, конечно, у него с Аганимом порядочно залетает. Но, опять же, можно выбрать какого-то персонажа поинтереснее. Сейчас посмотрим. Пока Vega Squadron, видимо, набирают себе кастеров, кастеров, дюкеров, прокастеров. Это круто, потому что намечается активно тут со стороны этой команды. У Na'Vi же есть задел на хорошую линию какую-то, да. Но желательно, наверное, все-таки мид будет, где будет Bane. Будет ЕС непонятно какого формата. Будет ли это ЕС в исполнении Ахмона сложно, либо это будет какой-то семи-саппорт, бегущий Ромич и Шейкер. Тоже, кстати говоря, внесет определенный отпечаток на старт игры. Ну и вот еще по одному герою нужно добрать в этой стадии. Чего не хватает Na'Vi? Ну, безусловно, нужен герой в мид, да? Или это Эмбер будет мид для Дэнди? Я думаю, что вряд ли это будет Эмбер. Он, конечно, может против Зевса постоять. Но, насколько я понимаю, вот Дэнди я не так много видел на Эмбере. А вот Дитяра я видел очень много на Эмбере. И, скорее всего, это для него персонаж. Плюс ко всему, кого-то против Зевса сейчас надо подумать взять. Я думаю, над этим и думает. Удивительное, хотел сказать я, но нет, все, нашел инвокера. Долго не мог его найти, оказалось, что все-таки он наверху. Вот инвокер, да, инвокер бы смотрелся очень интересно. Это да. Комбо-брейкер классный, инициатор классный, и лишает всех этих вот нюкеров возможности. Боже, что это происходит сейчас на третьей решающей карте? Это Пуджа в исполнении Натус Винцере. Хайп, хайп, хайп. Классно! Дэнди на Пудже? А может и не Дэнди. А может, и не Дэнди. Ну а вообще, конечно, соло-мид
его видим мы поменьше, чем каких-то именно... Ну, пик для Пуджа довольно-таки неплохой. Вообще в этом патче он с Аганимом и Слезой... Ну, Аганим сильно его, конечно, изменил. Вот эти вот хуки по 4 секунды, они довольно-таки много всего привносят. Плюс ко всему, если вспоминать там... ту самую памятную игру, где Дэнди играл на Пудже и убивал Ехом, там как раз очень похожий был пик в плане того, что Пудж очень хорош против немобильных героев. Если у врага квапа, если у врага какие-то липы, блинки и все такое прочее, Пудж не очень классно заходит. Но вот против Зевса, Шадоу Шамана он уже хорош. Тусик не так здорово смотрит. Ну, точнее, Тусик здорово, наоборот, смотрится. Против Пуджата, да. Посмотрим. Ну, скорее всего, это хардлейновый. Вот забирают еще Джаггера себе. Ну да, тут подпуш от Веги опять у нас. Ну, то есть Джаггер-шаман — это уже серьезное давление. Задел такой, да. Хилинг-вард есть, варды там шато-шамана впоследствии появятся. Ну что ж, неплохо. Конечно же, как вот обычно, появляется Пудж в игре, и все внимание будет приковано именно к нему, потому что он, ну, фактически на стадии лендинга, на первых минутах матча, это всегда гейммейкер. То есть от того, как пойдет игра у этого Пуджа, будет многое зависеть. Сейчас нет каких-то фишечек с того, чтобы на фонтан завозить, чтобы это плейте решало. Сейчас Пудж хорош вот тогда, когда он начинает бегать и просто он стоп-пукать. Посмотрим, как это получится у Дэнди, а может быть даже и не у Дэнди. Поглядим. Последний стадий убирает Брудмазер. Именно оффлейн героя не хватает для Вега Сквадрон, потому что, судя по всему, Тускар у них получает шаманы суппорта. Да, и Апарейшн отправляется в небытие. Ну, типа, думают, что Дэнди будет играть на Пуджа, а Шейкер пойдет в хард, но мне кажется, что это как раз вот под Пуджа... Если Пудж мид, то под него Шейкер зайдет на саппорта, и все-таки я даже бы сказал, что это Шейкер суппорт, Пудж в хард, и сейчас еще заберут Нави себе мид. Ну, не знаю, мне кажется, так будет поинтереснее. Пудж хард, ну, я не знаю, это как-то... Это тот еще изврат, но Пудж, в принципе, это тот еще изврат. Ну, я вот пытался найти это слово, подобрать, как можно обосновать Пуджа на сложной линии. Изврат, по-моему, самое подходящее в данной ситуации. Потому что это... Я не знаю, как будет Пудж себя чувствовать против Тускара, что Шаман Джиггернаут. Я просто ливал на месте Пуджа, если бы меня отправили в хард в такой ситуации. Ну ладно, это Нави, они разберутся, и я очень не хочу, чтобы Пудж отправился. Ну, типа, Дэнди говорит, мне так было тяжело. Ну вот видишь, все-таки Темпларку забрали. Вряд ли Дэнди сказал, что, мол, мне так тяжко было играть на дохлом паке, дайте мне что-нибудь пожирнее. Пожирнее? Ну на вот тебе, чтобы с боков аж свисало, не вмещающегося в портрет Пуджа. Но... Как выясняется, да, это Пудж будет какой-то явно не на первых двух позициях. Скорее всего, Эмбер в легкую, Темпларка в мид. Кстати говоря, против Зевса очень хорошее решение. И, ну, я ставлю за то, что это Пудж в хард. Возможно, какой-то даже они пойдут там даблой-триплой. Может быть. Боже мой, чат взорвался, психанул. У нас там бомбление по поводу ников игроков. Ну да, жестко активно идет обсуждение в Твиттере и так далее о том, что можно ли менять, нужно ли менять профессиональным игрокам никнеймы на свои паберские, не вставлять какие нужно. Ну, вот Вега, они как такие, знаешь, протестанты, что ли, или как их назвать, которые специально так делают, никнеймы меняют, потому что им то ли надоело, то ли что. Вот сейчас я не знаю, почему, но Ван поменял никнейм никто. Зачем никто? Да, не знаю. Ну, на самом деле, он единственный остался, кто... Ну, вообще, но Ван... Это никто вроде как в переводе. Ну да. А, ну да, вообще да. Так что здесь... Его обвинять сложно, согласен. Ну, более-менее. И у нас остался только один парень, который не подчиняется никаким правилам. Это псих из физрука. Кстати, Пудж будет от Санейка. Да, это тоже читалось. Ну, не то чтобы читалось, но была такая легкая вероятность, что нужно дать тому парню Пуджа, кто творит чудеса. Дэнди уже стар, он уже не тот, его пальцы огрубели и его хуки не такие эластичные и гибкие, как в молодости. Нужен новый молодой Пудж, и это Санейка. Новая эра требует нового Пуджа? Нового Пуджа. Ну, я не знаю, я думаю, что... Молодого и сильного, как в Маугли, когда Кела промахнулся. Все комьюнити будет недоволен таким решением, потому что все хотят видеть Дэнди на Пудже, я уверен. Да не, ну Санейка там тоже... Ну, сейчас да, но это, знаешь, это глупцы, которые не понимают, как в давние времена один пастух, он забыл сыр свой в пещере, которым должен был пообедать. Сыр вроде как протух,
но он его все-таки попробовал, и так появился там знаменитый сыр с... одна из разновидностей сыра с плесенью, очень вкусного. Также и здесь все еще не понимают, насколько этот путч кошерный и классный. А мы Но сейчас я думаю, увидим. мы увидим. А мы посмотрим сейчас, насколько он класс, насколько он хорош. Конечно же, Санейка, играя на Пудже, он всегда будет подвергаться сравнению, причем жесткому сравнению со стороны комьюнити. И всегда будут все говорить, вот в этой ситуации Данька бы попал, или в этой ситуации Данька бы съел, или там, если что-то с Санейкой не получится. Ну, а может быть, Санейка даст нам такие хуки, при которых люди скажут, а Дэнди бы так и не смог. Кто знает, мы это увидим буквально в ближайший час, а может быть, полчаса, но в любом случае должны быть интереснейшие минуты нашей жизни, да, нашей дотерской жизни, потому что есть на что посмотреть. Ну и давайте пройдемся быстренько по героям. Итак, Вега Сквадрон за Рейден, Соло играет за Шадо Шамана. Паша сыграет на Джиггернауте, никто он же, ну Ван на медовом Зевсе, Тускар в исполнении Сёмы, вторым суппортом, ну и Мак, который псих из физрука, будет играть на оффлейн на Дайнге. Дитяра на Эмбер Спирите, Бейн от Артстайла, Дэнди на Темплар Ассасин против Зевса, Ахмо на Шейкере, ну и Пудж от Санейка. Санейка. И смотрим внимательно. Закуп стандартный, да? Сапог есть, бегать можно, роубить можно. Это классно. Есть вард, смог на всякий случай взял тоже, чтобы перемещаться вне вижена противника. И смотрим, какие руны будут отхватывать сейчас Нави. Стараются, видимо, и там преуспеть. Ну, нет каких-то таких вот интересных замут в плане спрятаться где-то на пригорке, чтобы издалека дать хук и поймать того, кто будет захватывать руну. Санейка Можно сейчас... просто Сейчас можно зайти даться на ФБ. на пригорке Я сдаться. и сфидить. Неплохо. Как боженька. Как боженька отдался, действительно. Боже мой, как сыграл Санейка. И теперь этот путь со вкачанной горелкой на первом, который, ну как бы учитывая его игровую позицию, будет страдать из-за этой горелки, потому что она вообще нафиг не нужна. Сейчас Норм нужно будет... начала. Норм начала, согласен. Сейчас нужно воровать экспириенс кого-то на второй уровень. Ой, беда, Санейка, так скажем, немножечко под давлением комментаторов и комьюнити просто оплошал сейчас. Я не знаю, с чем пошел на хэкграунд, вот чем было мотивировано такое движение, вард поставить? Дэнди бы точно не пошел. Дэнди бы точно не пошел, это правда. Тут спорить с этим сложно. Ладно, по линиям разбегается кто куда, действительно, Санейка уходит вниз, к Паше, к Ахмо, чтобы тут получить Ой, экспириенса. смотри, какой на миде абуз. Сёма на тусике отводит крипов. Ты какой он задрот, а как он это сделал? А, он айшардами перекрыл Аш путь. айшардами, да, я разок уже такое на самом деле видел. Сейчас тут главное вижен им дать. Ну да, Сёма уже все знает. Это... Да, бусы, посмотри, они из-за счет того, что вышка постреляла, практически умирает голем, приходит сюда Дэнди получать экспу за этих хэншентов. Так, ну тут Да. что-то такое Вега исполняет. Заготовочки домашние пошли, Дейнека зажимает еще шардами. Не подключается там мидер Вега Сквадрона, но он, видимо, и так ему все хорошо. Он там крипов фармил, сейчас можно Дэнди прогнать тоже. Ну, неплохо, неплохо сыграно Вега, если так продолжит, будет интересно. Но нас, конечно же, в первую очередь интересует, что у нас на сложной линии. Там трипла в итоге организовалась у Нави. Ставится вард агрессивный бай Санейка, Рокстар тоже рядышком, пачку крипов на Ну, себя они нажимает. хотят комбинировать с Бэйном, видимо, слип и хук. Вот, на каких-то саппортах. Но Пуджу надо второй получить для начала. Он же вкачал горелку. Ну, Рот. тут как-то надо. Ну, сейчас может быть нейтралов собрать, но нейтралов не хочется бить, потому что страдает. А у Санейка нет какого-то щитка, например. И 0 единиц брони, я напоминаю, у Пуджа весь физурон будет себя впитывать. Ну и просто убегает, не получив второй уровень. Видимо, контроль руны сейчас очень надеюсь, что это баунти. Нет, это не баунти. Это руна волшебства, которая вообще сейчас Пуджу не нужна. Вот вообще. С горелкой ничего не дает, абсолютно. Ну, тяжелая ситуация, тяжелое начало, и 2 минуты уже неактивен пудж. Непонятно, когда он будет активен вообще. Ну и на сложной линии что у нас там? Там Undying будет стоять против Ember Spirit, у Undying здесь должно быть все замечательно. Дикей будет давать, фармить, в принципе. Не думаю, что Ember Spirit как-то может его тут убить, вряд ли такое произойдет. Интересный вообще выбор, да? Довольно тяжело Пуджу кидать свои хуки, бывает, с тамбой, потому что зомби бегут во все стороны. Но, в принципе, интересный пик вот этот вот хардлайновый зомбарь. На самом деле, если игра у него не пойдет, то может, ну вот, именно на третьей позиции он не так хорош. Ну, посмотрим. Тут пока что Нави, конечно, исполняют интересные вещи с парой саппортов.
Ну, что они? хук уже есть. Хорошо, сразу же смог, поражали, пошла реализация. Ну вот с Пейном вместе, ты был абсолютно прав, они действительно будут комбинить. Сейчас может Ноубан получить слип, если Артстайл дотянется, или Санейка, или Артстайл, или Санейка, Санейка, Артстайл, Артстайл, Санейка, хук не достает до Зевса. И это плохая реализация смока. Да, и причем по направлению идеально, но... Коротковат. Коротковат на первом левеле. Ну, здесь как-то вообще, конечно, Бэйн должен был слипить, у него такой хороший мувспид. Нет, правда, сапога, но все равно Зевса он там из смока должен был цеплять. В итоге получается так, что ничего не смогли здесь делать. Вообще, по крипстатам пока что Дэнди очень хорошо смотрится против Зевса. Эмбер Спирит тоже не страдает, да и Шейкер фармит много. Вот как-то так вышло, что три линии у Нави стоят, несмотря на то, что саппорты вообще ничего не делают пока что. Они просто бегают по карте. Ну, разве что снизу поразвлекали, на миде разок, но это очень мало. Такое себе развлечение было, да, особо здесь от этого развлечения не пострадал, даже хп не потратил. Ну, по-прежнему пытается найти свое место на карте Санейка, вот, наконец-таки, ему досталась баунти руна. Кончились у него все, что было, кроме сапога, все он истратил уже, теперь голый сапог только. Ну и вниз перетягивается, там убивать, ну, фактически некого. Если он на соло попадет хуком, то, скорее всего, Паша отомстит. Сразу же. Да, ну и Пашу как бы, Паша очень хорош против Пуджана с Джаггером. Такое ощущение, вот действительно такое ощущение складывается, что Санейка думает, почему мой Баунти Хантер такой жирный и где его инвиз? Потому что бегать он, конечно, бегает, но гораздо тяжелее вот на этом Пуджике. Ну и эффекты, ну эффективности от него тоже гораздо меньше. Ну посмотрим, здесь все зависит от того, как он будет выцеплять своими хуками. Артстайл решил постакать, я тоже смотрю на этот сопернику. Ну, не потайно. Ну да, чем помочь, мало ли там. А правда, фармить-то некому особо. Ну, Джиггернаут впоследствии сможет. Темпларка. Ну, конечно, не этих эншентов. Ну да, он скорее просто там как-то то ли отводил, то ли, может быть, что-то сбивал, потому что не по таймингу, естественно. Ну и, само собой, стакать эншентов сопернику никто не будет. Своих неплохо было бы постакать, все-таки для темпларки это хорошее подспорье. Своих неинтересно. Чужих постакать, это, да, это весело. Кстати, заходит на соло сейчас в спину, и артстайл, есть брейнсап, слип, дает и Санейка хук, дай ему хук. Хорошо! Киллинг Вард, соло раскастовался напоследок, Пашка в итоге тоже пытается с Блэйд Фьюри забрать Санейка, тот, ну, стики завязал, его, правда, не спасло, Айшарс дальше, всем кого-то будет ли цеплять. Есть Сноубол, еще думает, кого же бить, Артстайл или Ахмо, Ахмо или Артстайл, в итоге решает никого не бить, просто развернуться и уйти. А там сейф ТП, вот уже можно драться, пришел Ноуван, раскаст в Артстайл, Артстайлу больно, Артстайл в Брейнсап еще будет жить какое-то время, потому что они преследуют, опять же. Никто. Ой, боже, Сёма, какие отвратительные Айшарс, просто ужасные Айшарс. Беги, беги, Артстайл. И хук. Артстайл бежит. А хук там Пашу тем временем, Паша-то уже без Блейд Фьюри. Однако есть у него энчант от манга, и купил фейзы, да, и все, окей. Че, неужели выживает Бэйн? Ну да, да. А что, вот бежит, а нет, Тусик за ним пошел до конца, слип что-нибудь, нет. Кинул шарды, забрал в итоге Бэйна, и нужно как-то перехватывать этого Дускара. У Дускара ничего нет, за ним еще и бежит огромная пачка крипов, за ним уже выехал Ахмо. Причем он еще имеет возможность просто уйти, посмотри. Хотя план перехват. План перехват, там со всех готов. Сторон. Ну, тяжко будет, летит сюда еще и Бэйн. Уже ловушка стоит. Место встречи изменить нельзя. Я просто нарисовал его. Да, это минус. Все, схема хитрая. Тем временем у нас сверху забрал, кстати говоря, Undying Ember Spirit'а. Видимо, пока у Эмбера еще не было 6-го левела. Вот, и неплохо здесь для мага. 32 крипа за один фраг, и хороший у него и левел есть, и хорошие артефакты. Зомби получается опасный. Я так скажу, что несмотря на то, что Untying против Ember Spirit'а хорош на линии, это не значит, что Ember Spirit'у нужно было там умирать ни в коем случае. И, видимо, Дитя Ра где-то пошел в размен, и это было помечивым решением. Подставился, немножко подфидонил Undying'у. Undying сейчас все просто замечательно. У него и крипстат топовый в своей команде, нетворс у него хороший, арканы купил, урну купил, левел 7 готов помогать своей команде. И будет он помогать своей команде. Так, пуч 900 нетворса, топ-1 с конца. Так, хорошо, дальше что? Дальше нужно хук дать. Нет, в кого хук давать будем? Ни в кого давать хук не будем. Там Бэйн стоит, получит прокаст от Нован, очень больно. Ты заметил немножко Зевса, потому что испугался, что может напасть на Бэйна. Потому что потягивает туда еще и Сёма. Готов перехватывать. Такой крутой вард. Вот как ты, Артстайл, не прочитал то, что здесь вард-то стоит? По-другому же его тусик не забрал бы. И вард-то очень хороший, потому что Пуджа сейчас видно, когда он сюда выходит. Зевс продолжает расстреливать землю в поисках варда какого-то или просто. Так, да, ну и... Вард искал.
Несмотря на то, что по-прежнему проблемы у Пуджа, очень хорошо у Нави стоят линии, и они все еще от Веги не отстают. Во всяком случае, ну чуть-чуть совсем, это незначительно. Ну такое, знаешь, линии-то все равно проигрываются, это страшно. Тут у Пларки все хорошо, а дальше, если посмотреть, Undying, чувствую, у тебя просто великолепная линия, Зевс проблем не знает, фармит, еще и героев периодически убивает. Ну, да, ну, ну как бы и Шейкер, Шейкер очень много фармит, у него целых 29 крипов, ну и свой блинк там должен у него быстро появляться. Undying, под тамбой, Пуджа развалили, пришел еще туда Зевс, и вынужден был утекать дитя рано, ремнанте. Они сами нападали на кого-то, я на пропустил Undying, этот видимо, момент. Да. Падение на зомби. Да, пока что Санейка 0-3 и один ассист у него только есть. Конечно, ни о каких стаках, ни о чем речи не идет. Плюс ко всему, Пуш, он, конечно, ну, как саппорт, у него очень мало возможностей. Вот тот же Шаман, он может поставить змейки, дать рассказ, много урона нанести, дать контроль. У Пуджа есть только хук и дисмембер, который попробуй еще выдай. Да, очень герой такой ситуативный. Вот мы говорили на стадии драфта о том, что как начнет пуш, так, в общем-то, игра и пойдет дальше, да. То есть от стадии лендинга все зависит от первых вот там буквально 10 минут. И прямо скажем, первые 10 минут Санейка были ужасны. Ничего не смог сделать, очередные смоки юзаются, уже третий, четвертый по счету, и снова не приносит никакого успеха. Спокойно выживает и соло, и паш, и благополучно уходит там фармить дальше. Ну да, тяжело будет найти себя в этой карте. Там теренем атака в миде на Дэнди, сноубол он достает Сёма. Сёма левел 5, валораспанча нет, и на развороте Ахму сейчас будет давать какую-то фиссуру. Фиссуру дал, Дэнди под рефракшеном. Сёма слэйра спокойно забирает. Что Сёма сделал-то такое непонятное? Да, Сапрей очень странно. Может. Странно он сыграл. Сверху Undying продолжает мять потихонечку Ember Spirit. Ну и, в общем-то, да, понятное дело, что Undying убить тяжело, но самому Undying Ember Spirit вообще шансов никаких нет убить, если не подключится кто-то из саппортов. Так, ну и Санейка. Так, дается разведывательный ультимейт, видят Пуджа. Ну, кстати говоря, единственный вот такой его плюс, который может быть, это то, что он все-таки немного пугает своих врагов. Да, ну... Вообще, да, типа, он должен, по идее, пугать врагов. То есть враги должны были быть в опасности того, что может кто-то внезапно хуком тебя зацепить. Но судя по тому, как передвигался Зевс на медлении, он вообще не парился, потому что есть пуш. Так, атака теперь не пошла на Арсайл. Хороший был на себя слип. А в итоге Паша. Блэйд Фьюри потянул! Зачем Санейк? Это же убил Бэйна! Но Пашу нужно за это забирать. Паша умирает. В итоге один в один. Сёма там тоже немножечко подстрял. Все, у него в откате. Уйти спасаться нельзя. Закупиться он тоже не решился. Ну, потеряли здесь своих Вега, однако сюда Нави пришли пятером. Я бы сказал, что очень хорошая драка для Нави, несмотря на то, что Бэйна там, конечно, отдал Санейка, но, по-моему, размен выгодный. Ну, стоило так сделать. Так, Санейка делает стак, интересно, пойдет ли он как-то на базу. Шейкер уже с блинком на 11-й минуте, ничего себе, причем еще и с арканцами. Вот он, пожалуйста, насколько был важен этот фраг. Так, Санейка что-то как-то в ХП... Очень мало. Маловато. Но знает, что Зевса пока нет ультимейта, откат еще. И позволил себе некоторые вольности, не уход на базу. Сейчас пошел. Ну и давит медлинию Вега Сквадрон. Нету соло пока еще. Серпент вардов в откате. Но пуш-то идет, потому что за пульт стоит. Неужели будут Нави давать деф? Ну, видимо, нет. Эмбер лоу хп, прожали смог. Дитяра пошел вообще на базу, купил травала. Такой себе боец. Идут. Идут, но здесь уже 4 героя. Ну, вообще, по тандайнгу лезть не хочет. Четвертая томба. Не-не-не-не, это отказано сразу. Вот четвертую томбу лезть здесь никто не станет. Да, Дитяра нажал смок просто из-за того, что он был слишком бит, и могли его забрать, он, видимо, там что-то фармил. А в этот момент смок разбили, но, кажется, Нави видели. И сейчас байт на Дэнди. Дэнди под рефракшеном, Шейкер должен врываться, Шейкер! Ахмо пешком, так и слэмом, тотем, дальше ремнан туда, в исполнении Дитяра, минус 3 моментально сделают. Хорошо, Дитяра, и можно Андайнга забирать, еще будет минус 4 в исполнении Дитяра. Как же четко все сделали Нави здесь. Воу, Фиас, Эмбер. Фантастика. Классно залетели, ну просто классно. Реально был шикарнейший байт от Дэнди. В итоге, yes, Эмбер Спирит, ну круто, ну просто круто, очень красиво было сыграно. Ахмо, по-моему, сам не поверил своему счастью. Он что-то дал фиссуру сначала, потом как-то помялся, но в итоге запрыгнул. На самом деле, стоило, конечно, сразу прыгать. Обычно, когда ты даешь фиссуру, то только можешь сопернику немного помочь. Но в итоге, в любом случае, рассказ получился очень крутой. Дитяра с травелов прилетел, зафармил. Он только что купил травела, у него уже 1600 сверху. И, как мы видим, все преимущество Веги, оно не просто отыграно,
А теперь еще и огромное преимущество у Нави. И опять Нави за счет своих каких-то супер комбинаций вытаскивают. Ну, насколько я понимаю, не рассчитывали на то, что спалили их смог, во-первых, ну, само собой. Во-вторых, совсем не ожидали блинка на шейкере. То есть это даже действительно стало неожиданностью. Слишком хорошо ворвались Нави. Ну, все удачно действительно получилось. Ember Spirit в итоге снизов Нетворса выходит на топ-2 позицию, уверенную, и будет покупать себе дальше БФ. Вообще, жизнь налаживается на Нави немножко. Уже чувствует себя фривольно, заходит на Рошана. Будут забирать Aegis, плюс у Дэнди там на подходе уже дизволь какой-то. Все неплохо. Ну, а Вега сами тоже не отчаиваются, мы видим. Да, они знают, что все-таки сила их пика в единстве. Вот они собираются вместе. Ну и уже с откатанными серпентфордами будут идти и кушать. Тир 1 забрали и будут забирать тир 2. Все же долго забирают Рошана Нави. Да, и только за счет дисмембера и мелда удается это сделать. Но забрали. Ладно, забрали, да. Но тавер, видимо, придется отдать. Два тавера в итоге отдали в размен на Aegis. В этом пларочке. Ну что, 6-9. 6-9, 14 минут игры позади. И карта будет очень интересная. Дэнди почти с дизолем. Очень много он сейчас поднял с Рошана. Теперь еще и забирает Эншентов. Просто свой нетворс повысил несколько раз. А тут просто не щадит этих драконов. Все, последних крипов забирает. И это дизоль. Это дизоль плюс еще 700 монет сверху. Вот так вот. Дизоль, дальше блин, дальше ПКП, этот дефолтный айтем билд мы прекрасно знаем, и он действительно работает. А впоследствии там мы все-таки должны понимать, что герои не самые сильно хитовые у Вега Сквадрон, и какая-то темпларка со спины, зашедшая, сделавшая пару ударов с молда из дизолята, должна будет вырезать, что там различных шадов шаманов, что там, возможно, зевса какого-то, который не успеет купить себе там какие-то артефакты жесткие, типа Юла и Гаста. То есть тут Дэнди... Есть возможность быть актуальным героем, скажем так, и давать пользу для своей команды. Это главное. Ну да, дэмэджа, конечно, полно. Ну и потихоньку обрастает артефактами Ember Spirit. Ему очень, конечно, помогла та драка, когда ты с тревелами делаешь ультракил. Это всегда хорошо. Ну и Санейка. Санейка поднялся, уже обогнал Тусика, обогнал Бэйна. Да, все, соло умирает у нас. Ну, прямо скажем, Санейка, конечно, пользы в этой игре приносит мало. Просто потому, что пока ему не удается как-то себя, ну, в этой игре прочувствовать, да, дать хороший Паша, какой-то спрей. Паша, опасности снизу. Возвращается Хослема, неплохо. Тотем здесь, Фисура тоже, ремнанты, пизды чайные и убивают. Ахмон на шейкере прямо вот и в первой игре был очень неплохо, во второй. В первой там еще Санейка был на Санкинге. Здесь Санейка немножко другого персонажа дали, но Ахмо отыгрывает. И вот этот быстрый блинк, он реализуется очень здорово. Прям Ахмо тоже, на самом деле, прям играет как... Ну, сильно играет в этой надо, Godry да. серии. Как вытаскивать игру надо, все, берутся за своих персонажей и забирают из них все возможное, весь потенциал раскрывают. Это классно. Это круто. За этим очень приятно наблюдать. Ну, тоже второй ХСЛМ от ЕС, и какой шикарный. Ахмо вообще идет со статой 2.06, когда у него хороший. Получается, из 11 фрагов в своей команде он участвовал в 8. То есть коэффициент полезности хороший. Ну, что все идет как надо. Но при этом Вега, я так понимаю, что будут продолжать свои движения в сторону тавров противника тогда, когда у них будут откатываться серпентфорды. Ну, в частности, сейчас у соло уже одни готовы. Можно идти по миду, например, можно по нижней линии. Но, может быть, против Аегиса и не захочется сейчас. Смог прожимают Нави. Не забываем, что у Ахмо нет ультимейта. У Арстайла тоже финсгрип еще в откате. Но хотят навязать борьбу. Хотят навязать бой. Зевс ультимейт пока не дает свой. Да, это может быть ошибкой сейчас. Но он понимает, что где-то враги. Но не жадничает, да? Санейка! Хук! Мажет. И спалили, да, конечно же. Этот хук видел прекрасно, но ван. Прокликал, и в Нави так и не удалось. Ну, был такой легкий смог был. В принципе, правильно делали Нави, что не пошли. Только за счет хука здесь можно было вытягивать. Потому что если не вытягиваешь с хука, у тебя все-таки нету двух важных спылов. Ну, Ember Spirit почти с бэфом тем временем. Да, почему? Кстати, очень интересно. Он вообще не показывает свой этом билд никому, ни себе, ни своим тиммейтам, ни противнику, что самое главное. Просто держит деньги в себе. 400 у него монет. Можно было купить уже персверенс, ну, можно было купить себе клеймов. Да, но я практически уверен, что это будет БФ, просто фармить по-другому тяжело быстро. Шейкер, 20 секунд еще. А
Эфис, ура, но тут форстав. Форстав и Просто Макрос. прогнали. Просто прогнали. Не собирались даже здесь ничего делать. Аккуратненько прогнали и уходят. Амбер Спирит снизу, у него еще 13 секунд КД. Да, вот он, БФ. Готов почти. Только топорика нет. Топорик Топорик забыл. купит рядышком. Здесь же можно, да, в ПНВ? Да. Можно. Да, но. Полетит, у него будет травла, то есть если на топе что-то начнется, обязательно Что Вега поможет своей команде. делает? А Вега чего-то ждут. Вега Вега ждали просто флешу. стоят и смотрят на то, как вышка отбивается от крипов в пятером. Увлекательнейшая дота. Побоялись, видимо, наступать сами и ждали каких-то решительных действий от Нави, чтобы ответить. В итоге Нави тоже не пошли пушить. Ну, вы должны все разбегаться в разные стороны, кто куда. Ну, от всего этого, конечно, выиграл Эмбер, потому что, опять же, фармит, потому что снес тавр, потому что принес себе БФ и чувствует себя просто великолепно. Посмотри вообще на графики после вот той драки. Так сильно как-то Вега зажались и потеряли, что по золоту уже пятерка, по опыту уже 10 тысяч плюс. Вот заканчивается Аегис, и... Ну, Нави за время действия Аегиса выбили себе слишком много золота. Темпларка уже практически за БКБ. Вот ей немножко не достает, если она, конечно, пойдет в Black King Bar. Но здесь Black King Bar, я думаю, одно из лучших решений. Ну, вообще, почти уже 15 уровня, если посмотреть, то лучший у Вега Сквадрона имеет уровень 11 только. Ну, Ван и Паша. То есть тут разница, конечно, налицо, что называется, что по экспириенсу, что по нетфорсу. Но тут Да. Псанейка встрял Снейка, немножечко. да, за ним бегут, бежит за ним Паша, бегут за ним все. Боже, ну что за Эшарт? Уже второй раз, Сёма! Ну как так? Ручонки-то, видимо, дрожат. А, ну Санейка-то сбили. ТП, кстати говоря, хорошо отыграл здесь на ван. Дал верхнюю, Санейка дал перед смертью. Фух. И все на этом. Ну да, но как много времени он выиграл для Ну, своей команды. если бы они забрали Тавр, то да, я бы был с тобой согласен. Но Тавр они не забрали. И Вега, если захотят, они успеют на топ. Да, они стягиваются на топ. Они бегут на топ. Шейкеру прилетает форстав. Он так вообще ни разу не палится. К нему только что курьер прилетел. Ну да, вынужден блинкаут. Соло идет догонять. У Соло блинк в откате тоже. И Фисура получает такую Только что закрывающую. блинк отнулся. Как-то спалил свой блинк. Ну и на миде уже падает тавр. Туда летит, конечно, Зевс на всех парах. Сбивает флеймгард. Ну, Эмберу много дают, прямо скажем. Он только и делает, что фармит. У него только Ой, что ты был посмотри. 1300 сверху. Что там такое? Там Дэнди под инвизом шел, и Ахмо тоже настигал уже, и была возможность там зацепить как-то, но вот вовремя отошли Вега Сквадрон, видимо, почувствовали. Так Дэнди, конечно, мог бы там и навестить противника. Огорчить с инвиза-то. И опять, что делает Вег? Вот наконец-то смог. Как же долго они стояли здесь в пятером и ничего не делали. Это выход, и нужно обязательно сейчас кого-то ценного, важного забирать. Учитывая, что они практически ничего не делали последние несколько минут, Нави могут не ожидать этого смока. Ну, вижена Но... не было в чужом лесу, они вообще никого не видели. Они видели только снизу двух героев и туда отправляются. Это очень долгое путешествие, и Долго. к моменту прихода на нижнюю линию они уже смог потерять. Ну, если удастся, конечно, сделать килл, то неплохо. И Ну, сейчас с Санейка Санейкой... отдаст. Ну, за него все равно. Да, все, Санейка все спалил. Побежали, Санейка кликает, Эмбер Спирит уже должен Какое, уходить. какое это... Дитя ран, зачем, боже? Фух, ладно, его тут Соло не зажал Шекл. Кстати, не знаю, почему Соло не зажал Шекл. Для меня большой вопрос, когда он имеет длительность 2,75 секунды, и почему это Соло не сделал. Но ошибался Эмбер Спирит здесь точно. Ну, Какой взяли тэп-аут, Зевс, когда тебя да. просветили? Просто уходишь на Но... ревнант и потом делаешь тэп-аут. Просто ужасная игра от Дитяра, и Соло тоже что-то непонятное сделал, почему он его не захексил, не оставил там, неясно. Но, не знаю, Дитяра как-то поплыл там, видимо, немного. Да не все плывут что-то. Смотрю я, как играет Сёма, смотрю, что делает Соло и Дитяра, и прям диву даюсь. Не, ну Дитяра сделал одну пока что такую ошибку, в целом к его игре от вопросов никаких нету. Сейчас вот он на миде пушит, очень неплохо разобрался с крипами, отменяет ТП у нас Shadow Shaman. И хук не попадает снова Санейка Зевса, который пытался добить Тавакс, не удалось это сделать. И нужно уходить и на Вану, и Сём за Слэра, потому что на Нави там полным составом. Да, игра, игра, игра. Напряженная игра на самом деле. Сколько получается? 23 минуты неполных сделано 18 фрагов. Не то, что мы видели в первой карте. Но при этом Нави с каждой минутой все наращивает. Наращивает свое преимущество относительно противника. Формят себе лучшие артефакты кор-героя, что тоже очень важно. Все, тут БКБ уже, он Темплар Ассасин, и ее просто нечем останавливать. То есть тут даже не важно то, что у Нави есть пуш, который пока что не сработал так, как нужно. Просто нечем останавливать Темпларку, Эмбер Спирит, у которого Кристаллис и тоже огромный нетворс. Пока что... Ахмо, пошел. Опа, эхо слэм.
Дэнди, Мелт удар и это минус. Хорошо залетели. Наконец-таки дождался Ахмо удачного момента для того, чтобы очередной Хэслэм реализовать. Ну, и ты знаешь, вот в плане реализации каких-то героев, вот очень хороший старт был Undying, мы это помним, да, над Эмбер Спиритом издевался, киллы потом в момент его же ганка делал. А по итогу Нави, игнорировав все драки 5 на 5, фактически оставили Undying в неудел. И вот он имеет эти арканы Меку, а в драках это реализовать вообще не удается. И Undying сместился аж на шестую позицию по нетфоусу. Ну это в целом рискованное решение. Если вы берете Undying, вы должны просто, не просто линию 1 на 1 неплохо отставить, вы должны ее выиграть очень сильно и при этом пойти дальше давить. Сейчас Undying превращается в очень богатого саппорта, у которого нет ни единого контроля и вообще который против пика Нави очень плох. Мобильная темпларка, мобильный Эмбер, слишком быстро происходят драки, он просто не успевает ничего сделать. Выход. Вот сейчас, кстати говоря, выход на Рошана может быть очень неплохой, но Дэнди заслипали Эмбера, Дэнди не успевает забрать Рошана, поставлены варды, ну и Тусик куда-то покатился. А сейчас покатился, можно встретить, да, и Дэнди под БКБ будет разваливать все раз, мой, и Паша под фитскрипом 2. Паша, дай мне слэш. Слушай, Мека его выхиливают, идет до конца Дэнди. Боже, забыть Фьюри, можно же просто отдастся, Паша, лучше помни слэш, дал, таки разрывают троих уже Нави. Никто тоже будет погибать, потому что Снейк его дисмембером держит. На форстафе пытается смотаться, Ренан там дальше ныряет, у нас Дитяра, Дэнди пробивает слоуграунда, есть Гост, конечно. И можно Дэнди даже попытаться убить, достанет ли верхний, достает верхний, неплохо сыгран, но ван. И неужели уйдет? Ты посмотри, что творит этот парень-то, а? На протпогоне еще за магом, но маг здесь точно должен погибать. Хотя Солрип, но слип получает, есть фиссура. Боже, и никто до сих пор. Боже, что там Нуман творит? Это просто жесть. Ну как же его отпустили здесь, на ровном месте. Шикарно сфорстафился дважды на хайграунде. И в итоге размен получился не такой плохой. Если бы, конечно, забрали Зевса, было бы очень плохо. Но в итоге все равно проигрывают драку. Шикарная игра от Артстайла. Успел схватить Пашу. Не совсем понял, почему Паша в итоге не дал свой омни-слэш. Надо было давать. Ну да, Блэйд Фьюри в такой ситуации вроде как такая способность, которая позволяет тебе от нюков уйти, да, на безопасную дистанцию, но вот от Дэнди под БКБ не удается. На Растайл теперь набросился Паша, забирает такие его с омни-слэша. Есть ну отомстил. Отомстил, да. Но это не то. Ну, Рошана отдали, да. Рошан забрал Эмбер Спирит, это самое важное для Нави. Но темпларка погибла, но при этом не забываем, что помимо темпларки есть еще бешеный Эмбер, который уже совсем скоро выйдет в Дейдалус, и с которым уже надо считаться. Да, ну и, конечно, Пуч покупает себе линзу, уже у него 1500 радиус хука. Плюс ко всему, вот его магии вообще не развалить, у него базовый свой резист за счет, ну не базовый резист, а за счет флешхипа повышен, плюс еще линза дает ему дополнительный резист, и у него очень много хитпоинтов. Его нужно убивать руками, а тратить на него как бы ресурсы, убивая его руками, не очень хочется. Есть. Получается довольно неприятный герой. Есть подозрение, что на Пуджа в этой игре вообще все равно, всем все равно, вот вообще, вот полностью, то есть можно его полностью игнорировать, потому что Пудж в этой игре не делает абсолютно ничего, у него 0.42 стат. Все, что он может, дисмембер немножечко провязать, не более того. Важен будет Санейка тогда, когда он сможет важнейшие драки, например, моментально инициировать, и с помощью хука они сделают быстрый килл. Тогда да. Но во всех других ситуациях Санейка будет просто вот так вот играть. Да. Хук, никого и все. Но та тактика не пошла на Пашу. Дисмембер. Ну вот держать Паша, кто будет бить? Кто будет бить? Никто не будет бить. Сноубом дальше, фиссура в никуда. Сема Валраспанч дал. Как же больно с дабл дэмэджем-то, а, дитяра! Фист один прописал, и в итоге пол хп Тускара лишил, потом убили все-таки. Ну и Паше нужно уходить, Хекс, Сол тоже прыгивает на блинке, спрятались все на базе. Вроде как малой кровью отделались Нави. Хук от Санейка, попадает в Соло, да есть же! Вот он то, чего мы ждали 27 минут. Да, хук! Поздравляем Санейка с первым фрагом, который он забрал на Тусике, и с первым как раз-таки хуком таким важным, но на самом деле как-то так получилось, что драка проиграна прямо под тавером. Темпларка с Дизолем, Эмбер Спирит с ДД, и они сейчас эту вышку отпинают очень быстро. Как же больно тавру, посмотри. Да, надо какой-то бой сейчас. Хороший бой с Андайгом, с Томбой, с его ультимейтом. Ну там смотри, куда Дэнди зашел. Дэнди, не ошибаешься ли ты? А у него еще БКБ есть. Он еще живой, он еще и себе и вообще диффузы покупает. Ну, видимо, совсем его огорчил этот самый Зевс, который потроллил, его так еще и убил. Ну вот ты как раз говорил про диффуз в прошлой игре, но в прошлой игре у Нави была такая ситуация, что дэмэджа не было, и о диффузе не могло быть речи. Здесь же ситуация такая, что дэмэджа много, и как раз-таки нужно просто вот эти вот, ну, с гастами с этими бороться, и будет все хорошо.
Это да. Нави 10 тысяч уже ведут. Слушай, сейчас может строить Дэнди, на самом деле. Потому что под смоками ребята из Вега заходят. Хекс. Вот, теперь Шеклс, он мне слэша, разобрали Дэнди. Хороший фраг, но Дэнди, конечно, слишком... Ой-ой-ой-ой-ой, это было очень больно. Это было просто невероятно больно. Нельзя, надо повторить давай. Репит. Нет, тут по крипам прошелся. Вот это проблема. Вот это Эмбер действительно большая головная боль. Потому что сейчас, ну я не знаю, мастерство реакции должен проявить именно Соло, чтобы поймать каким-то образом этого Эмбера. Только он способен как-то его зафокусировать. Да. В позиции. Джаггер могут сейчас потянуть. Ну-ка, Санейка, Санейка на исходный, Санейка! Нет, не дал. Не дал, не дал, Хук. Вот сейчас можно, сейчас, все, давай, все, под фиссуру туда, это пушит, куда ты, Хук, дай тебе, Санейка. Ладно, Ахмо набросились, Ахмо минус. Куда он там Хук-то дал вообще? Не знаю, куда он дал Хук. Ты вроде пошел, вроде кулдаун, а Хука я вообще не увидел. Ну, куда-то в леса там, вообще мимо, короче, не знаю. План Капкан что-то не удался. Ну, в итоге Нави уже проигрывают драку под своей базой, и сейчас будут падать у них... ТВРА. Ну, одним тавром ограничились, понимая, насколько сильно Вега позади. Дальше нельзя лезть. Ты знаешь, вот шутки шутками, но одна вот такая неосторожная смерть еще от Дэнди без байбека. И там с серпентфордами Вега имеет возможность просто в сторону снести. То сейчас они добирались, до тир-3 почти дошли. В другой ситуации могло бы и тир-3 бараков не остаться. Так что аккуратнее, аккуратнее, Дэнди. И, конечно же, нужно не забывать про байбеки. Уже 30-я минута, пора об этом задумываться. И блин, покупает себе Эмбер Спирит, абсолютно верное решение, как раз таки он понимает, что он для всех героев, кроме Соло, недосягаем, а покупая Блинк Даггер, он недосягаем даже, скорее всего, для Соло будет, поэтому в относительной безопасности будет на протяжении всей игры, если сам, конечно же, не пойдет и не отдаст где-то Ренанда, не ошибется. Ну, все вроде неплохо у Нави по-прежнему, хотя много денег отыграли Вега Сквадрон, Веги нужно ловить по-прежнему Нави на ошибках, ну а Нави будет ждать, скорее всего, появления следующего Раша. Ну, Нави тут попробует еще сделать, думаю, фраг, потому что вот опять Дэнди на миде, но на этот раз есть рядышком Пуч, ну и где-то тут Шейкер был, да, Шейкер тоже более-менее близко к миду. На этот раз боятся уже на Дэнди нападать, не верят, что он там один, и, в общем-то, правильно делают. Закончился Аегис, Рошана ждать долговато следующего. Ну, можно забирать последние ТВР, оставшиеся, дэмэджа по ТВРам очень много. Да, тем более поставили хорошие ворцы. Если где-то будет подставляться один из персонажей Вега, можно будет на Хука его посадить. Санек играть вообще в доту сегодня собирается у нас? Вообще, да, я говорю. Вот на него вот абсолютно по барабану Веги, я уверен. Они на него даже не обращают внимания. То есть, ну вот есть этот путь, ну как бы, окей. Чё-то бегает, чё-то кип-хуки мимо дает. Ну, типа, все равно. Я уверен, что он нормально действует на нервы, ломает позиционку, потому что постоянно нужно в голове держать, что где-то рядом путь. Неважно, что... Пока что КПД хуков такое себе. Ну, скорее всего, это во многом от того, что Санейк в принципе на этом герое не играл. Но он же играет на саппортах даже в пабе. Ну, не на саппорт же Пуже он играет в пабе. Ну, согласен, да. Нет, ну, соответственно, конечно, опыт игры на определенном персонаже он нужен, он крайне необходим. А другой вопрос, что у Санейка все-таки старт был, мы помним какой. Да, отдача ферстблада, прокачка рота, потом экспириенс долго получал на левел 2, тогда уже были деги готовы к этому пуджу. Все шло не так. Хук в соло, хорошо. Убить, фиссура, минус. Отлично, отлично. Санейка, вот этот вот вард теперь дал пользу. Санейка дальше идет под глимером. Вот надо, интересно вспомнить драфт, потому что я вот не помню, кого там последнего банили Вега. Банили? Ну, они могли подумать, что этот пуш мид, и немножко их это сбило с толку. Ну, что темпларка-то зашла очень хорошо. Ой, Санейкан, все, в разнос пошел. Эхослэм, ну Тускарсы вытел Эхослэм с помощью сноубола, помог Зевсу жить. Зев стал ультимейт и будет действительно жить. Сёма даст, конечно, но жив-то, ну ладно, это классно. Хорошо, Сёма отыграл, красавчик. Да, здесь ну, Зевс, конечно, в последний момент успел зафорстафиться, выживает. Но, тем не менее, это минус вышка и минус два героя. Ну, наконец-то Санейка у нас заиграл. Вот как раз-таки в чем силен пуш. Опять же, вспоминая памятную игру в Na'Vi и Home, если вы соперника зажимаете на базе, очень тяжко играть против пуджа. Особенно против нового пуджа, у которого радиус хука с линзой 1500. Потому что он может тебя практически с любой точки потащить. Да, и неоднократно было нашим аналитиками сказано, да, и выяснено в ходе долгих рассуждений и обсуждений, что одни из самых сильнейших героев в доте — те герои, которые моментально могут менять позиционку. Либо свою,
либо пистонку противника. Как раз таки Пудж один из тех персонажей. Когда вот все стараются занимать какие-то определенные места на дефе или на атаке, там, чтобы не влетел ЕС, да, или чтобы Undying там опыт пятерых не поставил, или Сомни Слэшер не поставится по троих, всегда может все это нарушить один Пудж, который даст хук, и все, у тебя все рушится сразу. Ты не знаешь, что делать, тебе вроде нужно будет спасать своего тиммейта, если это кор. Ты идешь уже под ЕС всей толпой и так далее. То есть здесь, конечно, Пудж, он даже несмотря на то, что там первые 30 минут не был каким-то супер юзабельным персонажем, все равно остается какой-то такой единицы, которая внезапно может зарешать. И Снэйк сейчас как раз-таки это и показывает. Два отличнейших хука, и Вега-Сквадрон уже должны бояться. Да, и стата у нас как раз-таки 148 игр в паблике у Санейка, одна профессиональная проиграна, и в паблике винрейт 48%. Ну, говорит как бы сам за себя. Плохой винрейт и не супер много игр. Ну, 148 есть, но не знаю, мне кажется, это такое. Непонятно, когда они вообще были сыграны. И, в принципе... Вообще, команд профессиональных, которые играют на Пудже, вот действительно играют, да, то есть юзают этого персонажа как часть стратегии. Их можно пальцем пересчитать. Вот на моей памяти это вот Na'Vi как раз-таки, да, но опять же в руках Дэнни Пудж. И еще одна команда это американская Dota, Левиафаны. Там есть Дженкинс парень, который катает тоже на Пудже, и они действительно это часто юзают. А все, больше Пуджей-то, наверное, и не вспомнить сейчас, если так представить. Ну вот у тебя есть на памяти какая-то команда, которая Пуджей юзала как стратегия? Ну нет, конечно, регулярно такого нету. Хотя в последнее время он появляется все чаще. Там и от Elements Pro Gaming был. И причем, ну, более-менее смотрится. Не помню, кто играл, прям очень круто смотрелся. Тоже, по-моему, то ли это Elements были, там Пудж прямо наубивал знатно, и... или это Arcade были, у него там было что-то невероятное, какое-то количество статов, но в итоге он игру проиграл, потому что немножко пошли не в ту степь. Блинк. Ну это из разряда, знаешь, раз в год и палка, да, автомат, поэтому, типа, Пудж может какой-то любой команде затащить разок. Ну вот что конкретно юзать постоянно, это редкость, текущий профессиональный тот и сцене. Надеюсь, что... герой этот будет появляться почаще уже. Ну, он, да, вот я говорю, за последние несколько раз я видел уже его. Вот это третий, то есть, получается. За последнюю неделю, да? Не так уж и мало. Если брать предыдущие несколько лет, и там всего там 4 пуджа за 4 года. Извиняюсь, я перебью, тут просто супер беспалевный смог был, потому что они бежали, и Зевс параллельно фармил крипов. Отлично. Да, супер беспалевно. На'Ви, конечно, были готовы, сейчас будет ответная атака, дети орают алфисты, соло залетает, рассказ моментально лопается от темпларки. Омни слэш Ахмо, Ахмо тоже падает в один размен, здесь мембером держит здесь Нована Санейка, но дэмэдж никто не вносит, пытается убить мага, маг, арканчики юзает, сол рипом, ну его тоже слетают, минус, 2 в 1 драка. И Паша пошел в бой. Паша, есть Мантастайл. Юзает Блэдфьюри, чтобы Арстайла подмять. Дэнди тем временем встрял, Дэнди тоже съедают. Там тем временем пошел Дютяра с БКБшкой, но от него все уходят почему-то, думает Дютяра. Дал еще одни фисты, но не так больно. В итоге драку Вега выигрывает, вот так вот. И, конечно, супер кривая драка. У нас настолько круто Na'Vi дрались в первой игре и в третьей начинали, что сейчас она, конечно, смотрится... просто ужасно, Шейкер не попал вообще ни в кого ультимейтом своим. И несмотря на то, что ты сказал, что они видели этот смог, такое ощущение, что они вообще не ожидали ничего подобного. Ну, я не знаю, просто как можно было его не увидеть, понимаешь, когда снизу идут, снизу крипы дерутся, пробегает мимо никто, ну, то есть никто как персонаж, а вообще никто не пробегает, казалось бы, да, просто крипы дерутся между собой, и внезапно от молний падают крипы, это вот вообще как можно расценивать? Ну, возможно, Na'Vi просто не прокликали. Но в любом случае, казалось, что к драку они начинали первыми, потому что они начинали хватать с хуков, с экослэма. То, что драка не получилась, конечно, это действительно драка получилась какой-то странной. Просто очень странной. И Дэнди как-то там отдался быстро довольно-таки. Там спрятался в молоде, думал, что его не видно, его оказалось видно. Эмбер Спирит, оказывается, если противник стоит не кучно, тоже не особо боец. Вот он, к слову, да, купив БФ Дейдаус, был крайне силен. А потом у него пошли вот эти вот защитные айтемы, типа Блинкдаггера, БКБ, и как-то свою боевую силу потерял Дитяра в драке. Да, он там штук 6-5 фистов, но особо дэмэджа не внес против. Последние две игры, 12 дней назад, одна проиграна, одна покинута. Продолжается у нас тут. Особенно мне рада покинутая игра. Мне кажется, здесь может быть что-то подобное. В очередной раз заходит на Рошана, ну и, конечно, Na'Vi за счет темпларки здесь обузят его очень быстро. Ой, ультимейтив Сата спалил, но успевает Na'Vi, конечно, этого Аигиса сейчас забрать. Эмбер Спирит снова его взял. Есть еще сыр, который игнорируется Na'Vi. Не игнорирует Ахмо. Шейкер подбирает.
Интересно, что Обрадовал. шейкер фармит себе такое интересное. Огонечко. Аганим, что ли? А он вообще, ну, круто заходит? Вообще мне не нравится Аганим, но есть Я Аганим. думаю, что скорее какой-то Октарин. Думаешь? Ну, Аганим в ситуации, когда много сумонов, хорош. В ситуации, когда вот так вот... Так, Джаггер, Боже. Нападение. Ой, как больно! Ой, как больно! Захексили. Пуш успевает сожрать Джаггера. Джаггер получает еще раскаст. Выбили Аегис. Пуш продолжает драться с Джаггернаутом. Боже ты мой. Темпларка разваливает Шамана. И Нави. Нави пока что выигрывает эту драку. Ну, Аегис, да. Аегис сразу минус суппорта. Сейчас еще маг должны забрать. Маг, гост, мека пока жив, но погибает он. Санейка идет дальше. За ноуван, ноуван форстаф. И немножко не туда. Своего же кука зарядил Санейка. Но ноуван здесь тоже погибнет. И пришел Паша. Паша Бейна развалил. Что дальше будет делать Паша? Паша есть Монтастайл, будет Фьюри. Еще не забываем, есть там не слэш, который можно окорчить противника, если будут они нагреть. Например, сейчас, как Санейк это сделал, он не слэш пошел! Он не слэш сейчас будет разваливать, дитяра! Боже, он уходит, а лоу хп каким-то образом спас, и не с 30-ка здоровья у него, но он доживает, забирает в итоге Джиггернаута, минус 5 сделали в результате Нави. Но мне показалось, что сейчас должны были Нави погибнуть все. Ну, Джаггеру, конечно, не хватило дэмэджа, он круто раскастовался, он до конца вот этот омни-слэш собирал, там опять не удалось Ахмо реализовать свой ультимейт, но в итоге Дитяра выжил, и, ну, второй раз, и очень круто, на самом деле, танковал там в начале пуш, против Джаггера стоял, дрался, один на один, позиционка вся была нарушена, Дэнди на тревелах уже прилетел вниз, и что творит Даня-то? Даня-то... И летит сюда же Дитяра. Сразу же Соло пытался напасть, но ошибка. Дарс Мелда один. Этого хватило. И гем забирает. Гем забирает. Джаггер на байбек разводит. И бараки, скорее всего, уже не спасти, ибо глифа нет. Да. Минус. Да, да, ну вот, казалось бы, такой простейший момент. А к нему не готовы оказались Вега. В итоге забирает спокойную сторону Нави. Без потерь уходит. Да, в итоге и гем, и сторону, и эта драка, которая была изначально проиграна, еще и байбек, еще и шаман, сторона и гем. Очень много. Так, и 3700 у шейкера. Вот сейчас мы и увидим как раз-таки на Аганим, деньги у него уже есть. Ну, судя по тому, что не покупает, да, будет что-то другое, значит. Думаю, что Октаринчик. Ну-ка, давай-ка. Давай, дружище, покажи нам, что ты там решил собрать. И может быть просто поинт-бустер, стратегический. Стратегический. Скади. Шейкер со скади. Это чтобы ввести в заблуждение противник, чтобы они думали, ага, ЕС Аганим. Правда, не знаю, чтобы информация-то дала им. Ну, ладно. Ничего себе. Ничего себе, да, вот это вот. Окей. Ладно, ну, в общем-то, Эмбер Спирит много денег. Темпларке было много денег, купил МКБ на много денег. Артефактов на урон становится все больше и больше, а Вега страдает все чаще. Ибо с последних замесов толком денег-то и не заработали, потому что погибали, потому что тратили байбеки. Непонятно, откуда черпать ресурсы на покупку новых айтемов. Ну, видимо, какой-то сейчас будет смог. Смог-атака от Вега с фантом. Что-то такое должно помочь. Но опять же, возвращаемся к той ситуации, что нужно будет тогда первым инициировать Соло, потому что больше хватать-то и некому. Вот Соло уже стремляется вперед, ловит Дэндика, можно поймать, и Дэнди будет погибать. Здесь БКБ зачем-то поражал, не знаю, зачем это сделал Дэнди. Аркрафт тоже погибает. Кто мне объяснит, зачем БКБ нажимает на 90 хп? Ну, поражал. Нормальное объяснение. Хорошо, Вов, я понял, я запомню это. Ну, поражал. Нет, знаешь, как обычно, вот самое топовое объяснение тому, что происходит, потому что я могу. Почему ты это сделал? Потому что я могу. Так, смотри, хук. Хук в физрука. В психа из физрука. Нет, нет, не пойдет. Но психов кидать не будет. Слишком псих. Жесткий. 1400 хп, глиммер. Да, там можно и не забрать. А Эмбер Спирит покупает на Sacred Relic. То есть вообще, да? Пошел по накатанной. Это у нас, значит, рапира? Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что это рапира больше похожа на Эбисл. Ну, зачем тебе рапира в ситуации, когда ты выигрываешь? Отдать ее сейчас Джаггеру и проиграть игру? Ну, то есть, выигрывают 17, ну, 20 тысяч. Рапира стоит 6,5. Потерять рапиру — это отдать, ну, почти все, да, получается 13 тысяч. 13 пусков, все верно. Ну, тут даже не то, что тут даже еще смотреть нужно будет на тенденцию, потому что эта рапира достанет тебе Гаспатрон, и графики не будут показывать 0. Графики будут показывать, ну, то есть... при прерогативе Вегу, потому что Вега будет с рапирой, они будут убивать. Не, вообще, да, я против рапиры в данной ситуации тоже. Я не скажу, чтобы я за Абиссал был, потому что это тоже какая-то ерунда. Ну, вот таки смотри, Дэнди покупай... А, Дэнди покупай Дэмэнэдж. Дэнди Дэмэнэдж.
Ну, я думаю, что Абиссал может, но он как бы 100 дэмэджа, это много. Плюс ко всему, без блинка кого-нибудь застанет, какого-нибудь Джаггера, и не дать ему ничего сделать. Ну, ради контроля, окей, тут я соглашусь, но надо ли это Эмберу заниматься этим, чтобы врываться с блинка и давать кого-то Абиссал? Как бы обычно задача Эмбер Спирита немножечко другая. Ты стоишь где-то с дистанции и даешь фисты свои, да, и убиваешь оппонента. Если ты хочешь урон, купи второй Дейдаус. Все просто. Вообще, Дитяра отдал Сакрет Релик. Курьеру, да. А нет, кому он дал? Пуджу отдал. Санейка потаскай. Если Санейка говорит, я сам наверх куплю. Очень простая как бы задумка. Они хотят дойти до базы, чтобы он нажал ДД и там уже бился. Или, возможно, он нажал ДД после БКБ даже как-то. Но это в драке придется передавать. Нет, скорее всего, здесь именно ждут, когда дойдут до базы. С ДД, с Сакрадом он там нормально порежет. Летит курьер, в нем для Дэнди Дейдаус, у него уже есть МКБ. Как-то слишком много дэмэджа, на самом деле, у Дани. Да, очень много. Ну, главное, что есть диффузы, это самое важное, наверное. Да, а тем временем Шейкер напал на Джаггера. Джаггер включает бабочку, пытается убежать, но Шейкер его здесь не отпустит. И ульту не потратить, ничего не сделать, ставит вард, Шейкер дает тут же ульту. Блэйфьюри, ну да, ДПшки-то нет. Ой, ты посмотри, как сыграл! И ко мне падает Снейк, но Дэнди ждет. Дэнди ждал, Дэнди знал. Как и будет вот действовать Паша? К вопросу о том, насколько далеко зашел Паша. Просто он зашел так далеко, что даже сделав вот эти вот все финты ушами, и тиммейты к нему бежали, он даже близко не ушел. Конечно, слишком далеко зашел. Ну и Санейка красавчик. О, Санейка где? Ахмо красавчик, который его там подкараулил. Ахмо, кстати, так и ничего из этого поинт бустера не сделал. Он просто его взял на статы, судя по всему. Вот и доходит на базу. Чтоб противник сказал, ничего себе. Это вот майндгеймс, майндгеймс. Ну вообще, то, что погиб Джаггернаут, по-моему, это похоже на минус игру в исполнении Вега Сквадрон, потому что еще целую минуту нужно как будет отбиваться. Как это отбиваться, вообще не понимаю. И Нави, по идее, должны сейчас забирать сторону как минимум в этой ситуации. Дизолятора у Дэнди уже нет, он его продал, за это вышка... О, все-таки это купил. Ну что, Дитяра, готов ты закидывать эту игру или не готов? Вот скажи нам честно. Я закидываю эту игру с двух фистов. С одного, закидывай. Закидываю. Ну, ждут, видимо, знают, что нету байбека у Джаггернаута, потому что так уверен. Ну да, уже разок подпушили. Включается пайп. Вообще не видели еще Эмбера, что у него есть рапира до сих пор. И сейчас Снейка взлетает, снова не попадает хуком. Вот залетает Тиара, прокаст. Тиара нужно просто подальше уходить. Мага держит. Маг, ну, очень быстро погиб. Да, фисты больно пробивают. Очень андайнг погиб. В итоге никто пытается уйти. Хуком добирает его Санейка. Байбек сразу же от Зевса. Байбека у мага нет. Ну, очень плохо. И Санейка только единственный, кто погибнет. Наверное, а Бейн еще погиб. Ну, ты знаешь, сторону-то не забрали Нави, если что так. Зевсад, конечно, на байбек развели, это круто, но... Ну, по золоту еще и в минус было из-за общего отставания. И теперь играть нужно супер аккуратно, у вас рапира. Эмбер Спириту нужен Аегис. У него, если будет Аегис, можно будет свободнее действовать. Но с рапирой шутки плохи. Знаешь, вообще, в Нави за то, что тут купили сейчас рапиру, они фактически не снизили сторону, потому что они тупо боялись. Так бы, ну, элементарно ты заходишь с каким-то артефактом на урон, ты просто снимаешь сторону в отсутствие Джаггернаута, и ну, как бы все хорошо. А из-за того, что есть рапира, они реально испугались, и вот в итоге получилось то, что получилось. Они да, забрали кстати, сторону, да. Эбисал реально гораздо хуже стал, вот никак все не привыкну. Теперь, да и Далус теперь, вот это чуть ли не топ-артефакт для Эмбера, но он и был хорош, но МКБ теперь дает меньше именно вот статического урона, и Эбисал дает меньше. То есть для фистов это гораздо хуже, нежели было раньше. Ну все, забирает Аегис здесь Эмбер Спирит. Блинк он выкладывает. А, блинк выложил. Ну слушай, вообще блинк он выложил, но мобильность он потерял. Если вдруг соло дотянется, а соло может, то Дитяра действительно имеет большие возможности просто рапиру потерять. Ну Аегис. Аегис, да, Аегис, конечно, решает. Сейчас Санейка возьмет себе второй блинк и будет там передавать где-нибудь его. Ну, возможно, кто-то так и сделает, действительно, либо Бен, либо Пудж. Ну что, с Аегисом, с сыром, свеженьким. Так, ну, вроде кстати говоря, должны Нави. Soul Booster появляется у Шейкера. Но Октарин очень хорош вот для энчант тотема, им можно нормально спамить. Ну и для Фиссуры тоже неплохо, в принципе. Она там вместо 15 секунд, сколько будет, получается, он на четверть, да, срезает? Ну, где-то 12. Ну да. 12-11 секунд. Да, где-то 11 с чем-то получается. Хорошо, с этим мы разобрались. На виду, действительно, есть Аегис, есть сыр.
сын, кстати говоря, у Санэйка. Есть рапира, все замечательно, все круто. Вега, смотрим на байбеке. Что есть по байбекам? Нет, ни черта. По байбекам у Вега с патроном, есть только Туска, ранний байбек, все. А, у Джиггернада еще есть, извините, да, у Джиггернада тоже присутствует. И смок они прожимают, они будут пытаться как-то со стороны напасть. Ну, наверное, last chance для Вега. Проявить себя во всей красе. Сёма пошел сбоку. Ставится вард, соло, Нахмо ныряет, прокаст, как же больно, соло должен жить, соло под слипом, Мека завязалась, на его сгрызли, он не слэш там дальше, разобрали двух героев, Вега Сквадрон, Тускар погиб, размен 2 в 2, крутится у нас Паша, Дэнди сбривают, таки Дэнди минус, Санэйка живет вместе с Эмбером, Эмбер, конечно, с крестом очень много дэмэджа носит, но сам без КП остался, Санэйка здесь должны добивать, Санэйка никуда не уходит, или сыр. Уходит, сыр, да ладно, Эмбер снова здесь, снова фисты, опять же больно магу, байбэк от Дэнди, вот теперь нужно бежать Вега. Ай, не отпускает Зевса. Санэйка прыгает за ним до конца. На хуке подцепил. Держит дисмембером. И Дэнди разрывает Зевса, у которого нет байбека. На, беда. Ну, байбэка. Красавчик. Да, байбеки массовый. Красавчик Дитяра. Сыграл очень аккуратно. Просто со стороны стоял аккуратненько и дал фисты. Нанес много дэмэджа в драке. Да, там 3900 урона. Второй после Дэнди. Дэнди нанес еще больше. Ну и заходит ломать. Три героя живых с рапирой, с Аегисом все еще. Они явно посильнее. Этот супер толстый пуч. Ну да, да. Ждут соло, чтобы иметь возможность поймать Дитяра, хотя бы первой жизни его лишить. Или Дэнди после байбека желательно бы тоже забрать. Но двух сторон уже нет. И Нави просто будут отступать. Третья сторона позже. Не сейчас. Джаггер покупает себе Башер. Это единственная возможность как-то подцепить еще этого самого Эмбера. Вторую рапиру. Сейчас вторую рапиру жарят. Давай. Кто-то наш Эмбер? Ну да. 6900. А Егис еще есть. Можно идти будет на вторую сторону. Правда, вместо чего непонятно. Вместо сапога. Нет, а Егис зачем? Егис пропадет, покупаешь себе рапиру, все. А, ну, пока Егис действует, как бы, а так две рапиры что-то лишиться вообще не хочется. Так нет, он же собирается лишаться. Да, вторую сторону будут ломать. Нет глифа уже. Четвером Вега Сквадрон ждут Зевса. Идет Дитяра, дал фисты маг. 70% своего здоровья лишился. Ахмо ныряет дальше, получает хекс. Бараки падают. Санэйка идет до конца. Паша вошел фин с грипом. Те, что вард ставил. Тускар спасает сноуполом. Надо влетать. Ну, он не слэш, он летели на Дэнди. Дэнди пока жив. Он не слэш заканчивается, как и заканчиваются персонажи Вега Сквадрон. Нави никто не умер. Погибает маг. Паша в бегах. Хантайнг делает байбек. Падает барак, соло тоже проседает, форстаф, и Паша залетел, но Дитяра лишает его жизни, ну а Егис только. Паша грызет дальше темпларочку. Вроде бы разобрался с двумя героями, но появляется Дитяра, одними фистами Пашу прогоняет на базу, артстайл, лоу хп. Зевс только появился, дал рассказ, неплохо, темпларку сбили, Санэйка тоже будет умирать, Санэйка, умирает он. Барак, вот что осталось у Вега Сквадрон, один единственный барак. И да. Так мало шансов на победу, так мало на камбэк. С одним бараком здесь, конечно, каши сварить будет очень тяжело. Четырех героев убили, ну, как бы трех, Аегис был у Эмбер Спирита, два байбека, но при этом еще даже остались в плюсе, но проигрывают уже почти тридцатку. И здесь даже потерянная рапира, мне кажется, не поможет. All-in поможет. All-in, если рапиру потеряет, это останется на Джаггеру, это будет All-in в трон. Они знают, в том парке нет байбека, 72 секунды, но при этом Нави, безусловно, сломают барак и будут давать бой на миде. И именно в мид идут Вега Сквадрон полным составом. Ой, какой интересный момент. Эмберу нужно лететь уже и отбиваться фистами. Тут барак упадет и так. Глиф. Все, полетел. Сейчас будут ломать тир 3 и сразу же идти в трон. Тир 3 и тир 4. Но бараки там потеряли, сознательно дают. Сноуболом сбивают! Дитяра не сбил. Сёма, он был близок. Куда Дитяра прилетел-то вообще? Дитяра куда-то прилетела в лес. Фантастика. Пудж байбекается, арстайла лоу хп. Приходит Санэйка, ай-яй-яй, разорвали соло. Финсгрипом держали здесь Зевса, но сбили там финсгрип Бэйну. Таки погибает также у нас еще и Нован. Ну и уходит здесь Паша лоу хп, хилинг вар. Пытался уйти Макс, Санэйка его не отпускает. Ну попытка не пытка, что называется, да? Да, ну как-то странно сыграл Эмбер Спирит, куда он там бежал, я не совсем понял. С Джаггером, естественно, драться не хочется, а вот теперь можно. Раз, два, но нет, мисс, походу, прошел. Октарин все-таки появляется на шейкере, уже так, под конец этой игры. Но мега-грипы, и вот это вот, насколько я помню, мега-грипы все еще первая пачка в два раза жирнее, чем все последующие. Ты просто посмотри на эту вереницу по миду, которая идет. И они там скопились еще, пока шла драка. Там просто две пачки мега-грипов плюс герои Нави. Как отбиваться вдвоем?
Ну, втроем, если Зевс выкупится. Ну, Зевс нужно будет покупаться. Я не знаю, что делать. Эмбер Спирит прежним имеет байбек, если что. Там, ну, такое. Идут сразу в тир 4. Ну что, хуки залетают. Джаггер здесь залетает. Также Дитяра. Валрос Панч. И не забирает его снова. Улетает на свой ремнант. 40 хп у него осталось. Да как ж так, думает Вега. Как же ж так? Продолжают они драку, но очень-то больно. Тир 4, кстати говоря, стоят. Лёй, дальше Паша. Паша, Дэнди, цепляй, ты посмотри, Дэнди может его бить. Замедляет Снейк, убили таки. Боже, и Снейка тоже под башами встреет, включает гост. Не так-то просто этот трон поддается Нави, а? Вега такого. Свои показывают. Грызаются. Да, там Дитяра был в шаге, на самом деле. 40 хп на такой стадии, когда у него там 2000 плюс, иметь 40 хп. Ну, я думаю, там с жим-жим, да. Было очень неприятно. Сжалось, думаю, Дитяра в этой ситуации. Ну, в любом случае, даже если бы его убили, если бы даже кто-то подобрал рапиру, просто-напросто есть деньги на еще одну, 10 тысяч сверху имеет. Да, ну и выйти теперь из базы Веги очень сложно. Ну, даже зная, что темпларка без байбека. Зев там своей молнией с кулдауном в секунду спамит, кстати, неплохо отпушивает. Нужно Джаггеру какой-то БФ. Ну, у него был вроде БФ, да? Да, у него был БФ. Есть БФ у Джаггера, покупает Эбисел. Только за счет него идти продолжать отпушивать. А здесь Шейкер ищет. Не крачи на Пудже. Еще одна рапира от Дитяра. Ну, это да, это вот он на фонтан сейчас все положит. Чтобы там была про запас, можно было как-то выкупиться, прилететь с еще одной рапирой. Не хватает ему немного пробивать эвэйжен Джаггернаута. Но для этого есть деньги вроде как. Цепляет Ахмо. Пистой на соло, не очень удачно, крит не прошел. Врывается Зевс, прокастик на Санейка и на Ахмо также. Ахмо убегает под инвизм, Санейка держит с помощью Шеклс. Паша влетел под фиссуру, неприятно, но может убить. Описал Санейка, который включил госкептор. Блэд Фьюри его пробивают, там слишком много маг прокаста. Санейка, несмотря на то, что толстый, все-таки погиб. И трон при этом не упал, Вега смотрон. Мы это будем постоянно отмечать, когда Вега покидает свою базу. Трон еще не упал. Здесь тир 4 стоят. Ну да. Когда трон упадет, мы это тоже можем отметить. Разок. Мы это точно увидим. Ну, да. Как прям они решили собраться. Нужно, конечно, им сейчас аккуратно. Вот Джаггернаут, опасная ситуация. Может прилететь темпларка сейчас на Шейкера. И Джаггернаут просто развалится. Но решают Нави не рисковать. Нужно дождаться им уже Пуджа. Может быть, зайти еще раз, забрать Аегис. Boots of Travel второго левела у Эмбер Спирита. Но Муншарт он даже может себе не покупать, потому что один на один с Джаггером он биться не сможет с руки. Это только да. Фисты. Джаггер его развалит там за несколько секунд. Оставляет ремнан, Дитяра возле своей базы, сам на травлах уйдет на топ. Спамливается No One. Соло уже готов нырять. Где ж там у нас Паша? Паша отпушивал нижнюю линию, Паша бежит. Паша из травла и много денег. И байбек не появляется, кстати говоря. Как же тяжело. Ну вот единственный, конечно, вариант для Веги Сквадрон сейчас это вот подлавливать Нави, если они вдруг будут слишком далеко заходить. Ну просто, не знаю, на ошибках ловить. Сейчас дают молнию. Видели снизу Ахмо. Проблема. Вроде бы игру еще выиграли, но трон стоит у противника. Как заканчивается? Ну, Дэнди вот заходит делать легкий конец. 14 тысяч хп у Рошана. Падают они, конечно, очень быстро, пока темпларка с дабл дэмэджем. Ну и как-то аккуратно сейчас. Надо просто Нави на самом деле растянуть драку, постараться, чтобы там зашли много крипов, чтобы зашло. И только так. Boots of Travel выкладывает. А кто это у нас выложил Boots of... А, да, понятно. Эмбер, чтобы забрать Аегис, да, и рапиру оставить при этом. И Блинк тоже оставить хочет. Да, выложил в итоге Тревела на Рошане. Ну, сейчас курица их подберет. И опять же Тревела отвозит на базу, там есть рапира. Сейчас могут забирать Эмбера дважды, и он все равно сможет вернуться с рапирой. Да, это там. Это дам, это как Крискинг убивать, тоже трижды приходится. Убиваешь дважды, пока у него реинкарнация, а потом еще после байбека приходит. Так, Сол Тюринг влетел и вылетел, наверное. Понял, что там Дэнди, Ахтунг-Ахтунг и бежать назад. Ну вот на этот раз пограмотнее подпушили все лайны. Крипы заходят уже сверху, довольно большая пачка. Снизу вместе с героями. И по миду тоже идут потихоньку. Некрачи еще идут сверху. Дэнди специально, Санейка, да, специально краски их потопу отправил, чтобы давили. Помогали. Ага, так соло подцепили через фиссуру фисты. Пол хп потерял, но пока жив. Крипы подъедают. Тир 4. Нужно давать бой Вега. Как-то в этот самый бой влетать. Пайбэк только у Джаггера, правда. Подцепили. Ахмо должен быстро падать. Получает слип. Форстаф. Неужели будет жить? Маша, есть еще у меня слэш, если что. Финсгрип его держит, но Сноубон спасает снова Тускар. Очень быстро падает у нас Бейн.
Мага держит тем временем Санейка, Дэнди падает тоже в секунду. Санейка упадет, а Эмбер Спирит у нас где? Убежал. Эмбер Спирит, конечно, убежал. Он первым, конечно, на отход. Минус 4, никого не потеряли, а вот это уже интересно. Не, да. Мне нравится, как играет в такой ситуации Тускар. Сёма просто вот, что бы ни происходило с его тиммейтом, кто бы не подстрелял под фокус, сразу с моболом спасает качество, ничего не исполняет Сёма. Ты видишь этот рекап? 6 тысяч заработали за драку, и 2 тысячи еще нами потеряли. 6 тысяч золота. Смотрим на графики, видим, что, ну, уже треть преимущества отыграно. Такое, треть не треть, кто же бараки-то восстановит? Такое ощущение, что Эмбер Спирит вообще ничего не делает в этой драке, он так боится за свою рапиру. Посмотри на этого просто калеку. Он бежит еле-еле. Все началось с первой рапиры. Когда мы купили, мы вот тогда увидели тот самый момент, когда Нави испугались. Они смогли снести сторону. Все потому, что у них появилась рапира, и они стали бояться. И это даже сыграло им, возможно, в минус. Хорошее решение сейчас, на мой взгляд, БКБ. Если ты уж так боишься, то нафиг тебе БКБ нужно. Вот две рапиры и доедалось, это интереснее. Ну это просто, 1800 хп осталось. 1800. Тут как бы можно два крита Джаггера свалиться. Ну, причем где-то в радиусе даже. Джаггер сейчас увидит эту... А, он прячется за елочкой. Смотри, какой хитрец. Он прячется за елочкой. Ну-ка, Дитяра, давай, давай. Фист. Бах. Паша пол хп, но хилинг вар стоит. Слушай, они сейчас могут эту игру проиграть. Да, могут. Залетают. Ахмо. Абисл потратили на Ахмо. Ставит стоп-стоп. Фисты. Больно, но не критично. Яс погиб. Ну и уже по топу по низу заходят, конечно, крипы. Вот слишком маленький запас по времени имеют Вега, чтобы вот что-то сделать. В итоге они забрали сторону, ну хотя бы что-то. Да. Не, Вега сейчас могут стать вторыми Virtus.pro, повторить вот эти вот подвиги, когда у вас мега-крипы, а у вас игра только начинается. Это удивительно, то что у нас мега-крипы уже такой супер-лейт, а на самом деле всего 60-я минута. Ну то есть это много, конечно, но в предыдущих патчах на 60-й минуте такой жести не творилось. Здесь у нас уже Эмбер Спирит 8-слотовый. Просто 8 слотов у него. Еще можно муншард купить себе, конечно. Зачем? Ну, просто чтобы был, я не знаю. Ты из разряда, потому что могу, то бой прожимаю. Просто потому что я... А куда деньги-то девать, если он еще сейчас себе зафармит там 1000-3-4? Я предлагаю вообще самый классный вариант, который можно сделать на Эмбер Спирите в данной ситуации. Продай ты свои рапиры, выкинь их вообще, можешь просто выложить на базе, не трогай их, убей себе нормальные артефакты. Два Деедалуса, БФ, МКБ, БКБ, Травела и Блинк, все. И ты нормальный Эмбер Спирит, и Эмбер Спирит здорового человека, который можно может драться. Можно муж и стайл сделать, когда Эмбер Спирит выкладывает, ну, он тогда на Темпларке, выкладывает рапиры на фонтане, идет с Аегисом, там танкует, его первый раз убивают, или без Аегиса даже, Аегис можно на Темпларке какой-нибудь отдать. И после того, как первый раз его убивают, он выкупается, берет свои рапиры и уже возвращается. Ну, на самом деле, шутки шутками, а здесь такая бы схема, она могла сработать. Просто вот БКБ, блин, берешь и идешь вперед умирать. И враги там вряд ли они будут каждый раз прокликивать, смотреть, есть ли у тебя рапиры. Они просто тебя ворвутся, ничего не думая, все спылы прожмут, тебя убьют, будут тыкать на землю. А рапиры нет, да? В надежде забросить рапиру. Ну, кстати говоря, да. Даже если увидят, все равно, ну ты же не будешь Эмбер Спирита просто не убивать. Ты понимаешь, это такой формат, что Эмбер Спирит с каким бы запаком не был, есть рапир, нет, его просто будут взлетать и убивать. Что бы у него не было, есть рапиры, неважно. То есть не будет такой ситуации, что увидели Эмбер Спирит, он без рапира, давайте его не будем трогать. Да нет, они будут его лупить, неважно, какой у него будет айтем билд. Там, как будет менять свои артефакты Эмбер Спирит, конечно, это дело рук самого Дитяра, как он будет решать. Но я вижу, что он эту рапиру уже выкинул. И остался выкинуть второй рапиру за неиспользованностью. За неюзабельностью, скажем так. Тут еще такая забавная ситуация будет, что сейчас Джаггер уже готов все поднять рапиру, и если он ее кубит, то, в принципе, можно не бояться. Ну, как бы... Зачем Джаггеру твоя рапира, если у него есть своя? Зевс с рапирой вряд ли будет бегать, как и... Ну, только Тусик может себе взять рапиру. Это единственный герой, который здесь более-менее зайдет с ней. Все остальные, они просто не созданы. Ну, Андайн, конечно, тоже может взять, но, опять же, вряд ли это хорошая идея. Нет, Андайн, это плохая идея. Нави опять поджимают со всех сторон, поджимают сверху, снизу, сверху идет Джаггер. А, вот там Тахмо спрятался. Ну, уже не та ситуация, когда ты с Эхослэм можешь разобрать Джаггернаута. Хоть и 2100 хп, но убить его трудно. И не могут Нави игру закончить. Они не могут. Боже, мы смотрим с вами, дорогие друзья, одну из самых лучших серий, я не знаю, последних 3 месяцев точно.
Просто вот так, чтобы три катки настолько были крутыми, что третья решающая была с мег-крипами, при этом команда, которая отбивает мег-крипов, еще могла как-то камбэчить. Ну такое, я даже не припомню, когда последний раз было. Это слишком крутая серия, слишком крутая. И, ну, классно. Вы не зря, дорогие друзья, сидите сегодня на трансляции, и этот вечер посвящаете просмотру этого матча. Вас 107 тысяч, вам всем большой-большой привет. Этот вечер, ближайшие 3 часа еще, мы посвятим просмотру этой игры конкретной, которая, честно говоря, может длиться вечно вот такими темпами, потому что уже все набрали достаточно артефактов, чтобы отбиваться от мега-крипов. Все, Зевс... Зевсу остается немного. Так, Соло не выдержал какой-то орган, видимо. Но на самом деле, конечно, да, тут может быть перерыв на обед даже в какой-то момент можно будет устроить. Ну а что, варты палить не нужно. Как бы от того, что соперник даже зайдет на стрим, он ничего нового не увидит. Ну это да, это понятно. Тут просто, вы должны понимать, дорогие друзья, что 63 минуты, то есть час вы сидите, нажимаете на кнопки в полной концентрации. Это даже дольше, что-то пик там что был. Да, 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 но вам невозможно столько держать себя на одной волне, поэтому нужно перерыв, я сейчас вполне понимаю игроков, пусть хоть на 5 минут паузу возьмут, чтобы ну, просто хотя бы вытереть пот условно, да, там пальцы размять как. Потому что тяжело, потому что очень тяжело. Ну и матч, конечно, решающий. И Веги, Нави хочется побеждать, понятное дело. Ну да, в общем-то, пользуясь пока такой вот небольшой паузой, мы вам расскажем, дорогие друзья, что сегодня это не конец. Даже если эта карта закончится прямо сейчас, нас с вами ожидает еще один полуфинал с участием двух интересных команд. Это No Logic Gaming и Fantastic Five. И будем выявлять мы с вами второго финалиста. Ну, естественно, финал пройдет, дорогие друзья, завтра в 22 по Москве на этом же канале. Мы с вами будем комментировать. С тобой же мы, да? Да? Да, да, вместе мы комментируем, так что имейте в виду, сегодняшние, завтрашние вечера посвящены доте, не подготовкой к Новому году, а доте. Это классно. Ну да, но... А что, не классно? Классно. Подготовка к Новому году тоже классно, но еще будет 30-31 число, когда можно будет подготовиться немножко. Вот, а можно одновременно наряжать там елку, хотя, наверное, у всех уже наряжено, и смотреть... Доту. Да, ну, днем елка, вечером дот. Я пытаюсь найти какой-нибудь интересный артефакт. У нас, ну, игра уже сильно затянулась. Артстайл, конечно, продолжает бить все рекорды. И даже несмотря на то, что все уже насобирали себе кучу артефактов, у него все еще все довольно мало. Но даже у него уже появился и госкиптер, и глиммер, и линза. Неплохо. Вообще, ну, он не поддерживает формата один крип в минуту, у него меньше. Даже вот у Скара 67 крипов на 63-й минуте. Ну, 53, да. И 2 задевая где-то. Значит, да. Формат не укладывается. Ну, такая роль вообще у Артстайла в этой команде. Вообще, вот по роли... В жизни. Ну, что-то... Вот это был уже перебор. Вообще, просто он игрок 5-й позиции. У него все время ужасная стата. Он, ну и на самом деле, кроме шуток, если посмотреть, ну как бы стата может быть и ужасная, но если бы брать ГПМ, то взять того же PPD из небезызвестной команды Evil Geniuses, у него тоже очень часто практически ничего нет, даже когда команда идет вперед. То есть это нормально. Ну уж просто так, надо же о чем-то говорить, пока у нас ничего не происходит в игре, почему бы не потроллить Артстайла немного. Ну тем более, что пока что его команда здесь скорее сверху находится. В доминирующей позиции. Сверху, значит. Окей. 64-я минута встречи серии не пошла. Пауза действительно отжимается. Продолжаем посмотреть за тем, как Na'Vi не могут победить, а Vega не могут проиграть. В общем-то, это продолжается у нас уже довольно долго. Не знаю, что мы ждем. Я вообще просто не представляю, что сейчас нужно сделать Na'Vi, чтобы вот, ну, без проблем пойти пропушить. Вот я уже согласен на то, чтобы они купили... Закрысить. 5 пачек некрономиконов купили. Ну, надо закрысить как-то. Тир 4. Нет, так ну серьезно, это рабочий вариант, ты покупаешь некрономиконы, 5 пачек, то есть каждому по одному в руки, отправляешь их просто в тир 4, и они тут грызут. Бактор система не работает, потому что крипы все время заходят на хайграунд, и рано или поздно тир 4 падут, потом можно трон. Надо нафармить всем по байбеку, всем вот так вот по пачке некров, начать драку, и чтобы что-то эти некра сломали, там хотя бы тир 4 ТВРа. Потом 7 минут подождать, пока байбеки откатят, еще раз так же наломиться... И попробуй снести трон. Ну, блин. Суицидальные наклонности у вас, Владимир. Ну, на самом деле, как-то вот...
Видимо, так. Ну, выиграть драку, конечно, нужно. По-хорошему, неплохо было бы Хекс заиметь, потому что у Джиггернаута нету БКБ. Его сейвит Тусик, но если ты даешь Хекс и у тебя столько станов, то, в принципе, ты переживешь. Да, у Джиггернаута есть уже Моншард, все, у него полный затар. Вряд ли он что-то будет из этого продавать, ему слишком нужны все артефакты. Вот, ну, может быть, манту разве что в какой-то стадии он сменит на какую-то рапиру. Вот. Вообще, ну да, вроде, ну, манту, с другой стороны, тоже хочется оставить. Непонятно, непонятно, что лучше может появиться вместо мантастара, к примеру. Ну, я думаю, что рапира получше, учитывая, что эвейжена у соперника нет, можно как бы потерпеть без манты. Ну, точнее, с рапира, ну, не обязательно МКБ покупать, можно просто купить рапиру, будет очень много дэмэджа. Но и уже, в общем-то, ему до байбека не хватает, и плюс рапира, ему не хватает где-то 2000. Он сейчас нафармит, это все очень быстро. Да, несмотря Так, за то, Джаггер что... шел далеко. Да, Джаггер шел спонсоринг. далеко. Солт Солт может поставиться на далеко. Эконориал, да, но Солт не подставился тоже. Соло Откушали. застрял. Продал фурстаф. Купил ТП. В панике полетел на базу. Но фурстафа уже нет. Купил форстав заново. Вот это вот. Неплохо было бы. Боже, он продал фурстаф. Зачем? Ну, запаниковал. Да, ну, самое забавное, что он мог спокойно просто пешком дойти. На самом деле, для... Ну, смех смехом, все герои уже по 7 слотов, но для него эти деньги, они не лишние, явно. Потому что теперь, если он купит... Ой, налетел, смотри, Напали! дитяра! Дитяра! Ой, рапирка, где рапирка? Нет рапирки. Нет рапирки, кто забирает ее? Нужен Тусику подбирать на самом деле, Джаггер оставляет Джаггера. выкладывает, конечно, мотостайл, рапира теперь у него. О, дитяра, доигрался. Ну, есть еще одна. Да, еще хватает на еще одно, если потерять. Ну, это трэш. У всех есть байбеки, очевидно, все равно, даже сейчас то, что они поймали дитяра, не дают им возможности выйти из своей базы. Они по-прежнему только могут отпушивать. И Рошана забирают Нави. Интересно, кому ей сдадут. Темпларки уже не лезет. Шейкеру какому-то. Шейкеру не лезет. Пуджу. Пуджу все влезет. Пуджу, да, у Пуджа еще есть один... Ну, ему сыр, на самом деле, не поместится. Может, сыр взять еще один артстайл. Да, Пудж берет Аегис, сыр возьмет себе артстайл. Еще один, наверное. Ну, толку уже от Аегиса не так много. Знаешь, самый сильный герой в данной ситуации, знаешь, что это Пудж. Ну, в приоритете, потому что его... В перспективе. Да, в перспективе, потому что... Берет миллиард силы, да? Да, потому что у Нападение него... Пуджа. Ой, это У него... Дэнди, скорее всего, а Дэнди-то под башами не уходит. А, по-моему, байбекать пора. Байбек Ой, сейчас. сейчас как Нави могут закинуть. Ой, как они могут закинуть. Глиф юзается, но там тир 4 будут смело идти. Темпларка байбекается. А, по-моему, будут бегать идти дальше. По-моему, Ну, байбек на темпларке ничего не значит. Для них. тут, конечно, идти дальше, но здесь хочет досидеть. Тир 4 ломают, нужно потихоньку возвращаться. Появились там. Да, попытался хуком Ловить. подцепить пуш. Ловить, И ловить, сейчас Ахмо ловить. Ахмо попробует не отпустить. Хотя бы мага. Маг Глиммер. Фиссура не туда. И тэп-аут спокойно. Спокойно тэп-аут. Тир 4 упал. Ну, ты знаешь, малу-помалу, что называется. Вега в прошлый раз успели дойти до базы, снесли рейнджевый барак, сейчас они снесли милишный. Дальше... Подамажили немного вышку, размен на 1-4. 1-4 очень битый остался. Да, Егис все еще есть у Пуджа, но опять же очень-очень хорош Джиггернаут именно в лобовых столкновениях. Он здесь пока что доминирует. Нужно, на мой взгляд, все-таки побольше дизейблов купить себе. Потому что то, что сейчас закуплено у Нави, ну и просто не выпускать Джиггернаута. Просто не выпускать любой ценой. Пудж покупает дровола, 2000 у него остается. Транквил, наверное, выложит. Ну это скорее уже от того, что просто не знает, что купить еще. Ну, у Пуджа всего 15 стаков на 70-й минуте, это очень мало, конечно. Будь у Пуджа сейчас там стаков под 50, он мог бы купить себе какие-то серьезные артефакты на броню, на, может быть, evasion. Да, летят ему тапочки. Маловато хп, но 2600 это очень мало для Пуджа в такой стадии игры. Согласен. Согласен. Ну, мы говорили, что в потенциале он хорош, но до этого потенциал еще только развиваться. Ну что ж, отбивается понемногу у нас Вега, отпушили нижнюю линию, мидлинию тоже подталкивают. Не забываем, темпларка без байбека 5 минут. И воспользоваться этим Вега Сквадрон хотят. Соло уже идет вперед. И вот он Ахмо. Ахмо, соло, Ахмо. На соло ТП. Ахмо будет падать. Без шансов, спасать его никто не будет. Санейка разворачивается, бежать. Кто может носить свои ноги? Ну да, светанули всех, посмотрели, нет ли никого рядом, Ахмо забрали, вряд ли удастся выйти. Вот не совсем понятно, почему, несмотря на то, что
Видимо, из-за того, что Эмбер Спирит в прошлый раз забрали. Ну и, в принципе, такая тенденция сохраняется. Делают какой-то килл Вега и идут по миту, и при этом никто не успевает засплитпушить. То есть, все, что вам, когда соперник идет с пятером по миду, у вас есть тревелап, вы просто идете по линиям, по боковым, и делаете так, что они на этом миде могут находиться 10 секунд максимум. И все, и нужно сразу же возвращаться. Этого Нави не делают ни разу. И на самом деле, ну, как бы они уже потеряли мид. Здесь им немного везет с тем, что здесь у них мега крипы, и мид все равно пушится в сторону соперника. Но вот Зевс уже взял рефрешер. С Хиксом рефрешером Джаггер взял рефрешер. Кстати говоря, отличные артефакты для седьмого слота. Просто есть... суперски. Ты два омнислэша пропишешь, два Абиссалблейда. Это, ну, это очень серьезно Джаггернаут усиляет. Я бы сказал, даже не в одной драке. В одной драке здесь пока что Паши и одного ему хватает. Ой-ой, Соло здесь загулял. Бейн его видит. Ну, соло не должен пускать. Соло да. Есть блинк, соло хекс, и зря он так, да, пыталась на травлак к нему прилететь. Слишком быстро погибает. Я бы подождал Джаггера. Было бы, мне кажется, немало шансов здесь нормально подраться. А если бы он через шифт омнислэш? Ну да, он дал бы омнислэш, но там куча гастов, и Эмбер Спириту надо было только отойти. Ну, в общем, решили не рисковать, просто забрать соло. Это первый фраг Нави за долгое время. За очень долгое время, на самом можем деле. Можем посмотреть, когда последний раз говорили. Темпларк убивал последний раз Тускар, это было на 54-й, да? Да, здесь, то есть, почти 20 минут они не делали фрагов. И еще одна рапира. Некрономикон покупает... Вот как покупают вега-артефакты, мне нравится гораздо больше. Джаггер рефрешер плюс некрочи. И теперь с этими некрочами не для того, чтобы что-то там пушить, просто для того, чтобы посылать их и отбиваться хоть как-то дополнительно. Нави бы тоже такие. От того, что Эмбер Спирит завалит свой сундук рапирами по самой не балуйся, лучше особой ситуации не станет в его команде. Я ему предлагал уже, ну просто, ну выкинь ты, выкинь, пожалуйста, эти рапиры. Но они тебе не дают нормально играть в доту. Вот дитя Ра, получив рапиры в обе руки, он просто не может играть сейчас нормальную доту. Он боится всего, как огня. Он нормальный ДПС в замесе не вносит. Он дает афист и старается смотаться куда подальше на три экрана, уйти от места событий. Ну, купи ты просто айтемы, которые тебе позволят просто носить урон, хотя бы сопротивляться против Джаггера. Хороший был совет, но, на мой взгляд, это было как раз-таки для той стадии, когда Нави давили. Сейчас уже действительно дэмэдж нужен достаточно суровый, и эти рапиры могут пригодиться. Проблема в том, что, ну, он боится в любом случае, потому что если Джаггер его находит, ему не важно, сколько у него рапир, 0 или 3, он его убивает слишком быстро. Плюс есть Shadow Shaman с хиксом сеткой, есть Зевс с двумя хиксами, у Джаггера у самого Эбисал есть еще Тускар с Хиксом, Сноуболом. Ну, контроль. Контроль просто у Веги его гораздо больше. Как Нави собираются против этого контроля играть? Ну, видимо, вот так же. Ну, ты вот знаешь, вот вообще, типа, как обычно играют без рапира Эмбер Спирита, да? У Эмбер Спирита всегда есть линка. Это раз. Второе. В команде всегда есть Лотус Орбы. Всегда есть линки, которые тоже собираются с тиммейтами, которые вешаются на Эмбер Спирит. То есть... Помимо того, что твой контроль, я понимаю, но не делать ничего с этим контролем тоже нельзя. Рапира тебе не дает возможности уйти из-под Джаггернаута, из-под его Баши и Абиссал Блейда. Линка, Манта Стайл, БФ и Дейдалус дает возможность тебе и драться, и даже не особо-то бояться прям слишком этого Джаггернаута. Да, может быть, нанесешь с фиста не так много урона, хотя будешь жить, и будешь в драке, будешь помогать своей команде, будешь давать чайны, в конце концов, дизейблить как-то. Ну... Кстати говоря, по поводу контроля, здесь бы парочку лотус-орбов и линкинов на саппортах увидеть, как раз таки потому что слоты заканчиваются. Зевс дал еще один ультимейт, провязал два ультимейта сейчас. На самом деле как-то не очень хорошо, и вот как раз таки Нави, почувствовав то, что двух ультов нету, просто и будешь. Знают, что самое главное, они знают, что нет рефрешера сейчас. То есть, ну, потенциал Зевса гораздо ниже. Ну, вряд ли они пойдут все равно. Да нет, они что-то потпшились. Ну даже то, что нет, смотри, что делает соло. Вот это, кстати, соло очень интересная игра в исполнении Вега. То есть соло всегда идет под инвизом куда-то вперед, и если находит одного, сразу же травала и пытаются убить. Сейчас может артстайл встретить. Не палится пока на трэпе. Соло ждет, когда откатится Shadow Blade, еще 6 секунд. Смог сейчас палит у Санейка. И ой, соло спалился. Сейчас его поймают. Фиссура, гост подрубил. Хук! Санейка неплохо. Соло будет умирать. Но соло байбак есть. Бейн схватил тем временем физрука. Слушай, они Солта не убили, он в инвизе, а там нет гема, боже. Он реально выжил. Да, Shadow Blade нас всех спасет. В итоге... Подожди, у Артстайла был гем, а где был Артстайл? Артстайл, да, он схватил вместо этого Андайнга и... Отвратительно. Ужасно. И выжил в итоге. Но соло, да, соло здесь на самом деле начинает очень крутую игру показывать. Вот такие вот нестандартные решения. Shadow Blade и куда-то выход. ТП на двоих. Дэнди приносит себе смок. Смок у него в КД.
не может заюзать. В этот момент приносит кура, прилетает кура с сыром, что-то, может быть, приносит или наоборот отдает. Не совсем понятно. Нет, посмотри на теле, как Паша отбивается. Он просто приносит стрэволов себе манта стайл и некромикону, вызывает, выкладывает шмотки на землю, вызвал, переложил шмотки, набрал их курьером и взял свои обратно блинки. И... Ну да, тут суперпот. Посмотри, что делает соло. Доминатором маг берет крипа, мега крипа, уводит его в лес, соло на него тпшится на стрэволах. Подожди, где, да, где этот мега крипа, я его не вижу. Вот он, стоит в кустах. Ага. Подожди, вопрос тебе такой. То есть, если ты какого-то одного крипочка заводишь на базу, антиптор-система же все равно не отключается. Так же нельзя запустить. Ну, так вроде нельзя. Не знаю, честно говоря. Но, по-моему, тут уже пофиг. По-моему, эти ребята пробьют бэкдор. То есть, они там чуть дольше будут ломать. Но Джаггер с такими артефактами... Ну, у него 700 урона, грубо говоря. Плюс там будет некрочи, плюс варды шамана... Ну, в принципе, Джаггер один с Бэкдор Протекшеном справиться должен. Ну, тут такое, Бэкдор Протекшен будет работать постоянно, и, то есть ты пока ты пробьешь бараки, там тир 3, потом еще тир 4. Не, я к тому, что если они даку выиграют, можно ТПшиться, просто не думая, и все равно забирать. Ну, вообще, да, ну... такой вариант возможно. Ну, просто в размене такое, конечно, осуществить нельзя. Ну, так, а пусто, конечно, прикрыт. Нужны хексы, вот уже понял, либо линкины, уже понял все, прекрасный шейкер, и он купил себе хекс. Что купит Дэнди? Дэнди нужен тоже какой-то нестандартный, но явно необычный. Да, вот Дэнди красавчик, просто браво, Даня, он тоже покупает себе хекс. 76-я минута, пора бы, подумал Дэнди. Ну, потому что, вспомнили, что хексы решают. Два хекса, хекс Шадоу Шамана, и еще Девс и Фрешером, это получается уже три хекса. А у Нави ничего, Эмбер Спирит с фистами нападает, получает хекс в ответку, Пашу хватают, пошли ТПшки. Ну просто киданул артстайла, Дэнди уже здесь, Джаггер пошел, ультимейт, нужно уходить в инвиз, уходит в инвиз, но есть гем, Дэнди в итоге забирают, просто дитяра киданул своих как друзей. Как я горю с этого эмберспирита, я просто горю и на самом деле, походу, он правильно сделал, потому что здесь уже 5 человек, а нами в любом случае, в лучшем случае, были бы там втроем. Эмберспириту, кажется, нужно МКБ себе купить вместо... Кажется, Эмберспириту пора продать рапиру, вот уже самое время, купить хекс. Хотя бы хекс, хотя бы шиву. Нет, все будет, все будет полезнее, чем рапира. Все будет полезнее. Он вообще ничего не может сделать. Ну, в принципе, он даже одного фиста только нормального не дает. Он просто боится. Он уходит из любой только возможности от Вега зацепить его. Зевс. Нападают на Зевса. Здесь уже Джаггер. У Джаггера... Так, Эмбер Спирит. Ой, это пора... А где? Где? А КБ-то нет, подожди, сейчас может стрять. Пока хексят, стараются его помочь. Паша жив. Паша жив. Да, и убивает таки Санейка, идет дальше No One, Паша ныряет за Ахмок, Рид в 1300 накрывает его и даблкил. Минус 4. Размен на Зевсам, который сделал байбек. Ну вот дитяра наконец-то начинает сплитпушить, ни в коем случае нельзя сейчас давать сопернику выйти с базы, просто постоянно на этой нижней линии, понимает в то же время, что могут за ним выехать, нельзя отдаваться, нужно потянуть время, чтобы тиммейты успели выйти из таверны. Да, но тут уже все, тут уже Нави как бы очень много отдали золота, и мы видим графики-то в нуле, собственно говоря. Единственное их преимущество это мега-крипы. Да, то за счет того, что еще пока игра держится в пользу Нави, скажем так. Ну, я не знаю, но Vex Squadron идут вперед. Ты посмотри на нетворсы, просто заработанные деньги. Я таких цифр давно не видел. 55 тысяч Джаггернаут нафармил. 55 кусков нафармил. Да. Я хочу посмотреть ГПМ и XPM. Паша 795 ГПМ. Ну, не так много все-таки. Ну, это потому просто что мега-крипы, за них много денег. Игра скорее долго идет. Да, плюс вот мега-крипы. Так, у нас подпушивается мид, но что-то разворачиваются герои. Там могут сейчас поймать, видят артстайла, за артстайлом погоня, хекс, блинк, забирают артстайла. Ну, Эмбер Спириту уже нужно идти, лететь, по идее, вниз. Где он находится? Ага, он на базе. Ну, там, потому что его не поймают. Ну да. Все, вот весь ответ. 700 крипов убил дитяра за эту игру, 1125 прирезал Джаггернаут тем временем. Ну, я вот хочу обратиться к нашим статсменам в Твиттере, пожалуйста, больше статистики по максимальным рекордам, по количеству крипов убитых и так далее. По протяженности игры уже хочется посмотреть тоже рекорды, потому что эта игра скоро будет побивать все самые известные так, рекорды. Шейкер покупает себе хекс. Ну, очень нужно МКБ Эмберу. И, ну, в принципе, мне кажется, ему как раз стоит оставить две рапиры, МКБ, Блинк, Дейдалус, чтобы максимальный дэмэдж попытаться там за пару фистов просто разнести врага. Так, он выкладывает БКБ, берет Аегис. Вот так вот. Ну, без МКБ, конечно, все равно Джаггер он не пробивает. Пробивает он только остальные. Он выложил Дейдалус, взял Аегис и выложил также БФ.
Да, еще и БФ, то И есть он теперь сейчас и выложил БКБ, чтобы взять. МКБ надо. Ну вот надо МКБ просто. Давай, дружище, мы верим, что ты купишь МКБ, это тебе просто необходимо. И два ульта Зевса. Зачем-то. Треть хп Амбер Спирит, как не бывало. Ну, в Ну разведанную давай. территорию. Ну, не знаю, ну что, на МКБ, ну давай. Давай попробуем. Еще одна рапира. Боже, еще Боже. одна рапира. Да. 1200 урона с руки! Мать Так, ну честная, как это больно! теперь только ударить. Джаггер Теперь только может не один убить. пист. Да, который решит исход этой карты. Возможно, а возможно нет. Возможно, Вот, можно смотри, потерять он три рапиры. медленный убийца с тремя рапирами. Он идет так медленно, видимо, потому что одна рапира втыкается где-то в землю и мешает. Два ульта Зевс потратил, просветки нету. Сейчас просто с фистов можно срезать какого-то героя. Давай Ахмо. посмотрим, давай посмотрим. Итак. Джаггер уходит с блинка. Идут Нави. По-моему, такой даже на улын похоже несколько. Ну, у них нету байбеков на темпларке, насколько я И помню. на Хотя Эмбере нет нет. байбека. У на Эмбере не хватает тупо денег на байбек, если что. Да, но сейчас он... Сейчас. Поэтому у него есть БФ, подожди, у него есть БФ и БКБ в инвентаре, но у него не хватает денег на Джаггер, байбек. пошел. Бьет Дэнди. Куда? Куда, Паша? Тускар! Вернись! Тускар, спасти его! Мне слэш заюзать! Будет жить! Будет жить! Но там крипы, мне Живет. слэш может пойти никуда, куда надо. Сол идет дальше! Дэнди цепляет! Дэнди! Дэнди! Ой, у Джиггернаут погиб с удара, Дэнди. Просто фисты ему там залетели на миллиард хп. Нужно возвращаться. Рапиру подобрал у нас в итоге артстайл. Джаггер, байбек, Дэнди убили. У Дэнди уже есть байбек. Уходят. Уходит там. Просто Ну... подождать Дэнди еще раз. Ну, Эмбер Спирит, конечно, вписал дэмэдж, но только он нанес очень мало урона, потому что у Джаггера кончались хп. Сёма, конечно, опять красавчик. Если бы не он, темпларку бы не убили, никого не убили. Не хватило дэмэджа просто Пашу зафокусить. Ну, если бы пораньше был, конечно, Сёма, еще поближе к своему Паше, то часть урона бы не лишился Паши и, может быть, жил. Там действительно надо было пережить один удар от Темпларки, потому что Соло уже помогал. Ну, в этот момент у Нави действительно все получилось. Но для них самое главное событие сейчас, то, что Джаггер не имеет байбека. То есть еще раз его поймать, убить, и может все получиться. Ну и, конечно же, нет рапира, это тоже очень важно. Да. Эх, дотка, Нету дотка. рапиры, но может купить себе новую. Да, хорошо. Вот. Уже можно почитать твиттер, что там, как люди офигевают от этой игры потихоньку. Дотбаф рекордной игры. Но это, по-моему, там матч на... А, это та самая игра ВП. ТВП. Это который против Да. Cloud9, Да, против Cloud9. Но там все, несмотря на то, что игра шла, где тут посмотреть, да? 2 часа 2 минуты. 2 часа 2 минуты, там артефактов меньше, чем в этой игре. Конечно, Ну, некоторые из них не показывают, так. но их там явно меньше. Ну, то есть даже посмотреть заработанное золото, антимаг там 100к заработал. Здесь, я думаю, что у Джаггера уже близка эта цифра. Так, готова вроде продолжать. Да, Эмбер Спирит возвращается, все хорошо, надеемся, что не будет у нас никто долгосрочно вылетать. Окей. Окей, окей, окей. Смотрим. Точнее, пауза еще не нажимается, еще пока не смотрим. Сколько рапир было куплено Эмбер Спиритом? 4? Ну, все, что все рапиры в игре были им куплены. Надо, мне кажется, я даже не знаю, Аегис закончится, если надо брать четвертую. Ну, вообще, 4 вот рапиры, блинк, да и смотри, лос. ты можешь вписать фисты, промазать, у тебя нету сплэша, поэтому сплэшом ты уже никого не удивишь. Можешь просто промазать с вероятностью там в 35%. Если бы вместо одной из рапир было МКБ, это была бы гарантия. Ну, дитяра вот жаждет больше дэмэджа. Конечно, саппортом просто под эти штуки подставляться нельзя. Сколько хп у Шадоу Шамана? У Шадоу Шамана 1700 хп. Так, все готово. С фистов ему там лицо оторвет в порядке. Но если Дейдаус выпадет, то понятно, это труп. То есть, если выпадет именно крит с удара фиста, потому что там урон с руки 1100, плюс крит, там сколько множитель? 220%, да? 4, да, или 2,2. 2,2. 2,2. Ну да, то есть, и, ну, понятное дело, что есть резист физурону еще, но по идее, Shadow Shaman, ну, может быть, у него останется хп 100, ну, это максимум. Ну, вот у него резист физурона 35%. Хотя треть урона будет уходить никуда, до 2200. 2300, 700 минус. Ну, вообще нет, будет жить. Бэйн с рапирой. И артстайл тоже красавчик. Вот просто Ахмо, Дэнди за счет своих иксов и артстайл за счет вот этого как раз-таки Лотус Орба, который он собрал уже. Нужно обязательно его нанести и дождаться Даню. Вот сейчас как раз ждут, рассчитывают на то, что кто-то подставится
Думая, что не пойдут, пока нет Дэнди. Летит курьер, в нем Лотус, в нем Травела Дитяра. Так это правильно, правильно. Вот об этом мы и говорили, что какая-то должна быть поддержка твоим кор-героям, чтобы они имели возможность не бояться какого-то элементарного Abyssal Blade или Хикса от соло. То есть эти линки, эти Лотус Орба, они реально будут спасать. И сейчас Нави движутся в правильном направлении в плане айтем билдов. Они просто готовят своих суппортов к, возможно, финальному бою. Потому что вот в следующие 5,5 минут, пока у Джаггера нет байбека, Нави нужно что-то делать. И они идут. Они идут, двое идут по нижней линии, мид идет толкать, у нас тем временем Саннейка, Дитяра тоже здесь, очень больно ему прилетает с одного ультимейта Зевса. Пробило, будь здоров. И... ну что, ищет возможность, я мог инициировать, видимо. Да, потихонечку-потихонечку заходят. Мега-крипы подпушивают низ. Сейчас будут заходить. Там уже Некра готова отбиваться. Джаггер использует манту. Иссу останавливает и Некрономиконов, и иллюзии. Заходит Артстайл. Слип. Вандаинга внезапный. Вошел Сев с Хиксом. Влетает Саннейк и начинает грызть просто Сему. Апаш 4 раскладывает. Апаш спасти некому. За Хикса будут погибнуть. Да, он погибает без байбека. Ай-яй-яй. Как же качественно сыграли Нави. Саннейка просто держал Сему и не давал ему пойти и помочь, как это было предыдущие замесы. А теперь уже все. Теперь уже делать нечего. Залетают фисты. Провожают мага в таверну. Маг отправляется туда. Соло также уходит в небытие. Два байбека есть, но самое главное, нет байбека у Джиггернаута. Да, побитый Санейка, и то он восстанавливает себе здоровье очень быстро. Значит, Сыра, Сёма умирает, падает трон, добивает его Дэнди, Ахмо рядышком, Дитя Ра тоже с рапирами будет носить урон с фистов. И это в один пользу Нави. Вау. Просто вау. В общем, что бы мы ни говорили, какой бы герой ни достался Акбару, сколько бортов ни появилось, но... эту игру, окончательную точку, поставил Санейка. Он просто сломал схему, которая уже раз 10 проходила в этой игре. Тускар ничего не смог сделать, он не смог засейвить Джиггернаута, просто потому что его грыз пуш. И Джиггернаута разобрали. Там, на самом деле, немножко ему не хватило, но не суть. Был бы тусик, ему точно бы хватило. Просто красавчик Акбар и Серьезно, большой молодец. И хочу также похвалить команду Вега за то, что и поблагодарить ее за этот матч, то, что они устроили, их, конечно, силу воли. Я, честно говоря, ожидал, что Нави гораздо увереннее выиграют эту серию, но в итоге еще и огромные шансы были и у Веги в этой игре. Буквально вот одна выигранная драка могла привести к падению трона Нави с такими артами. Да, действительно, благодарим обе команды, показали нам фантастическую серию, лучшую из тех, что я видел в последние месяцы, наверное, и третья карта была отличным завершением этого всего матча. Нави побеждают, Нави у нас будут отправляться сейчас в финал, я вам покажу еще раз сетку. Нави должны будут появиться вот дальше, вот здесь Нави должны будут появиться, прямо в прямом эфире эту сетку редактирую. Новые технологии. Да, ну и, соответственно, как вы видите по этой сетке, еще один финалист нас с вами ожидать будет завтра. И определим его, конечно же, сегодня. Никуда, дорогие друзья, не расходимся, потому что после короткой паузы нас ждет с вами второй полуфинал. Fantastic Five будут играть против команды NoLogi Gaming. Также формат проведения Best of 3. И да, ну отдых там требуется, я думаю, да? Уйдем, мне кажется, да, перерыв. Да, я думаю. Никуда не уходите, дорогие друзья, скоро услышимся.